Это у нас домохозяин 16. Я уже говорил в самом начале, короче, стрима. Это человек, который к нам ворвался из ниоткуда. Собака, я его не знал, я его не видел. И тут он вылазит, начинает, короче, брать в эвентах места. Смотрю, начинает у него медали по кошмаркам расти в геометрической прогрессии. Он забирает трон, значит, на Новый год. И я такой, ха, еще один слава появился у нас, короче. Тот, кто будет напрягать всех. Итак, встречаем, ребята. Домохозяин 16, тот, кто напрягает оставшихся донатов на 26 уровнях. Всем привет, привет, привет. Расскажи немного о себе, ну, имею в виду, кто, откуда, ну, то есть, вообще город, чтобы, имею в виду, хотя бы знать. Не знаю, уже знают меня. Вот, зовут меня Вова, 22 года мне, сам я с Украины. С Украины, с какого города? Ивано-Франковска, можно так сказать. Может, кто-то там знает, кто-то не знает. Вот. В данный момент я вот живу в Германии. Был женат, кстати. Вот в данный момент уже нет. Вот такой, короче. Не знаю, что там еще сказать. Работаю и вот... Давно переехал в Германию? Ну, уже сколько? Ну, где-то полтора года. Полтора года. Жена украинка была? Немка была. Ну, как бы у нее там мама украинка, получается, папа немец. Вот, она как бы наполовину там немка, наполовину украинка, можно сказать. То есть, а ты развелся уже в Германии, имею в виду, женился? Ну, как бы там сейчас такая система, как тебе объяснить. Я как бы с ней вместе не живу, но мы с ней и не развелись. А. Потому что здесь такая система, она там очень долго там все идет. Вот там на развод надо один год где-то, кстати. Это минимум. У тебя виза рабочая там или как, имею в виду? Как ты вообще проживаешь в Германии? Нет. У меня другие документы, это, как это называется, воссоединение семьи, короче. Потому что я вот поженился с ней, да, мне выдали документы на воссоединение семьи. Вот, и по этим документам я проживаю. Там они вроде на 2 года сначала, потом дают на 3 года. И после 5 лет, когда ты там здесь в Германии проживаешь, по этим документам тебе уже дают такую бумажку, там карточку, короче, с постоянным местом жительства здесь. И после 8 лет там вроде уже можно подавать документы на на немецкий паспорт, короче. Вот. А ты как там, имею в виду, ты снимаешь там, имею в виду, как, или у тебя свое жилье, ты как-то, имею в виду, кредит там платишь, или, ну, имею в виду? Сначала я, в общем-то, жил в ее родителей, мы там жили где-то плюс-минус 1 год, даже меньше вроде, потому что я не могу сразу здесь получить квартиру, так как она у меня была, скажем так, школьница, да, вот она в школе училась, потому что у них здесь школа 12 лет, после этого там они там учатся по какой-то там специальности, это тоже все делается как бы в школе, это затягивается как бы на 13-14 лет, по факту до 19-20 лет. Вот. В школе учатся до 19 лет? Да, в школе до 19-20 лет, ну там если все хорошо закончишь, конечно, если не закончил, тогда будешь и 21 год в школе, короче, сидеть, такая система, да. Вот. Так как она, короче, там не была школьница, она не зарабатывала деньги, она не могла получить квартиру, потому что здесь тоже система другая получается, что это не как там, скажем так, как у нас, там пошел там к какому-то человеку, все сказал, у тебя есть квартира, там документы сделали, все там себе проживаешь в квартире, а здесь это все делается через, как сказать? Через родителей? Через взрослых? Не, это надо идти в администрацию, короче, города. Ты приносишь им, короче, бумажку с твоей зарплатой за последних 3 месяца. Они смотрят, там все считают, они тебе выдают бумажку, какую квартиру ты можешь получить, на сколько там квадратных метров. Вот. Мне дали на 65 квадратных метров. Вот. Ей бы ничего не дали, потому что у нее как бы вот работы не было, зарплаты не было. Вот. Как бы все было на мне. Так сказать. Ну, это после 1 года. Они тебе сразу так не могут дать, если ты там приехал в Германию, и сразу, ну, тебе сразу там квартиру, может, ну, все. Это надо сначала 1 год отработать, показать, что у тебя нет никаких кредитов, налоги сплачиваешь, все нормально, короче. Вот в таком смысле.
Вот короче, такое, я понял. А кстати, а что уехал, имею в виду, с Украины? Стала возможность просто, ну, переехать в Германию? У тебя такие планы были? Нет, это не был план, как бы сказать, почему я поженился, да, потому что я человека 10 лет уже знал. И, ну, сам понимаешь, там после 10 лет ну, вообще да, нет. Ну да, согласен, да, имею в виду, это прям... Хочется как бы там чего-то нового, чего-то там лучшего, вот. Не сидит там постоянно на расстоянии, там один раз в год видится или скажем, два раза в год и все. Не знаю, вот и решил так и поженился. И, ну, она не хотела как бы в Украине жить там. Ну, с одной стороны, хотела, но просто не могла, потому что не знала украинского языка, так нормально. Вот, а пришлось мне сюда приезжать. А теперь работаю здесь на работе и... Как бы сказать, дела идут очень хорошо. Да, да, я сейчас, кстати, тоже еще имею в виду поэтому. Слушай, вот есть, короче, у каждого человека, ну, как бы свой собственный этот формат, ну, как получается, как бы девиз по жизни или лозунг, которому как бы каждый придерживается. У каждого он разный, то есть один говорит, никогда не сдаваться, другой говорит, типа, мне, говорит, на все пофиг и так далее. Ну, то есть их много, примерно, понимаешь. Вот какой, вот честно скажу, вот у тебя в голове вот лозунг твоей, именно твоей жизни. Лозунг моей жизни, вот блин, я даже не знаю. Ну, в принципе, сложный вопрос. Ну, по какому-то там принципу я не живу, как бы я вот, как тебе тогда так сказать, как я вот живу. Ну, вообще, имею в виду, да, они у каждого разные, возможно, в разные периоды жизни чувствуется оно разное. Ну, это, ну, с одной стороны, как у меня это все там функционирует, да, получается, мне как бы тоже там на все похуй, да, вот это похуй, это похуй, это похуй, вот, но с другой стороны, как бы, я очень сильно люблю деньги, да, я не люблю сидеть на месте, там, постоянно, вот, там, дома там сел, ничего не делаю, там, недельку, две, и все такое, вот. Я постоянно что-то себе ищу там, где я могу какую-то денежку заработать, чтобы я там мог развиваться. Вот, и я не знаю просто, какой лозунг я могу сказать насчет этого, но... Ну хорошо, давай несколько, вот этот принцип я объяснил там, ну как я это... Я понял, давай я перефразирую, типа, как сказать так. Блин, ну да, действительно, тут такая своеобразная, короче, это, даже не с лозунгом, как... Даже тяжело, короче, перевести, по сути, по-нормальному. Действительно, это как бы девиз по жизни, он считается. Ну не лозунг, это девиз по жизни, типа. И... Не, ну сам вопрос я понимаю, просто я даже не знаю, как его правильно там сформулировать и вообще, в общем-то, его сказать, по какому я девизу, по какому я принципу живу, ну... Ну, как Корон Макгрегор. Никогда не сдавайся, вставай на ноги. Самое простейшее у него. Он всю жизнь с ним, короче, он выходил, то есть он там, можно сказать, выбился в люди, короче, из-за этого. А, сука! Прости, тут чуть бочку не убили. На последнем это, бля, урод. Прости. Ладно, короче, не буду мучить, видимо, ну, ладно, у тебя, короче, потом разберешься, пересмотри самое интересное, что после стрима, сейчас у тебя в голове, короче, это отложится, сейчас начнет голову копать, такой, типа, не, реально, это немножко дает задуматься, меня тоже в свое время задавали такой вот интересный вопрос, у меня, короче, в кадровом агентстве, когда я был, мне задавали вопрос, вот, кем вы себя видите через 5 лет? И ну, что ты ответил? Ну, то есть, вот представь, сказать в кадровой, ну, то есть, получается, кадровику, как вот есть. Это то же самое, то есть, у тебя кем-то лозунг по жизни. Сегодня у тебя один, завтра у тебя, короче, другой. Но вот ты уже видишь, 22 года ты уже битый переездами, битый, короче, уже браком, так скажем, получается. Ну, я не планировал это, я вообще это не планировал. Это как бы, с одной стороны, получилось так спонтанно, да, получается. Вот, а вот... Ну, насчет свадьбы я сначала думал. Я думал, где-то один год просто. Мне постоянно это была мысль там в голове и все такое. Но как бы оказывается, что ошибился, но. Да, ну, теперь нашел новую. Да, нашел новую жизнь вот здесь. И мне здесь хорошо, уютно и очень хорошая работа, которая, как бы сказать, нравится очень. И прикольненько там работать. Ладно.
Давай, я имею в виду из двух, короче, этих. Во-первых, мне очень интересно, кто ты по профессии и что ты окончил, потому что 22 года, я так прикинул, ну, имею в виду, все-таки что-то должен был закончить, вышка какая-то есть. Ну, то есть, и кем вообще работаешь? В принципе, да. Что я закончил? Закончил я школу, как обычно, да, там 11 классов. Потом я пошел учиться в университет. Это университет искусства. Там я учился 4 курса. И, ну, как сказать, я там так учился, там плюс-минус. Там. Ну, первый год, как всегда, там все хорошо искусство, было, хорошо Вовка, учился. Искусство, это, имею в виду, что там, какая-то специальность, что-то, хотя бы чуть-чуть, имею в виду, поподробнее, что-то. Как это по-русски тоже называется, то я не всех слов русских знаю, как бы пытаюсь объяснить. У меня было по факту 3 специальности. Это художник, преподаватель и еще какая-то. Я уже не помню, потому что это было давно. Ну, короче, мне, вот потому что я учился, мне как бы давали 3 специальности. Вот, но... Скажем так, на второй, на третий, четвертый год мне просто времени не было, потому что я сразу пошел на работу, денежки надо было, там не хотел бы родителей брать. Я работал на заводе, кстати. Работа была тоже прикольная и интересная, но... На Украине, приходилось... да, имею в виду? Ну, в Украине, да? Да, это в Украине. Да, это такой большой цементный завод, там, я не знаю, около 2000 человек там работало. Да, и что там такое? Ну, у нас просто график там был... скажем так, не очень простой. Сначала работали 2 дня по 12 часов, потом 2 дня дома. Потом график сменили. У нас получился 24 часа, 2 дня дома, потом опять 24 часа, 2 дня дома. Ну, как мне всегда стукнуло в голову, можно так сказать, денежки-то надо, вот, и приходилось работать. 36 часов, было 48 часов. Как бы вот времени на личную жизнь у меня не было. И тоже там, когда там свадьба, там свадьба должна быть, вот тогда у меня вообще дома не было. Пошел на работу, 36 часов отсидел, потом пришел домой, полдня поспал, встал, пошел опять, ну, обратно на работу. Ну, в принципе, там получалось около 270-315 часов в месяц на работе, короче. Жесть просто. Время на личную жизнь, да, вообще как бы вот так не было. Вообще просто, я просто в ахере, короче, имею в виду. Я, конечно, работал, но я старался не столько. Я максимально, короче, фигачил часов тоже 12. Ну, то есть все это, ну, столько, короче, сколько. Ну, да, ну, в принципе, там было прикольно, не знаю, так. Мне нравилась потом моя работа. Ну, если ты любишь свою работу, ты любишь то дело, там, что ты его делаешь, я не знаю. Тогда мы просто там затягивать, там, не знаю, сколько часов на это уйдет, и даже внимания как бы не обращал. Ну, сначала было, конечно, сложно, но потом как бы уже привык к этому. Вот, а потом приехал сюда. Я был приехал в Германию, скажем так, на отпуск к своей бывшей жене. Вот, и мне сразу ее отец нашел на второй день работу. Он мне говорит: давай, ты завтра идешь на работу. Я говорю: какую работу, если я приехал в отпуск? И на одной работе отработал, приехал к вам в отпуск и опять на работу. Он меня, короче, на второй день отвез к этому шефу, там я 2 дня поработал, как сказать так, ну, для пробы, да. Там посмотрели, что я умею, что я могу делать, быстро, не быстро. Вот, шефу понравилось. И потом я поехал обратно в Украину. Из Украины... С Украины я потом через полгода приехал обратно в Германию и уже начал стабильно как бы работать на этой работе. Это очень популярная тоже бетонная фирма, чем мы занимаемся. Как тебе сказать-то даже? Это тоже сложно объяснить. Ну, короче, ты, получается, как в Украине, ну, работал, имею в виду, да? Вообще, не, ну, да. Ну, то есть ты и туда также примерно перешел, короче. Ну, у меня самое интересное... Получается, у тебя, короче, профессия, по сути, искусствовед, да? А с бетоном это как связано просто? Не, ну, это, так сказать, как бы это уже, это бетонная работа, которую я здесь делаю, это она уже как бы немножко другая. Это не, ну, то, понял, не то это, самое, что... Я понял, что это разная специальность. Что... Как у меня, я же тоже учитель, Вова. Математик. Вот когда, имею в виду, это стоит, говорит, типа, а работаю я системным администратором и как бы вот, ну, сижу, работаю блогером. Ну, то есть, видишь, ну так же, бывает, там почти так всех, так, я не знаю. Ну да, что, имею в виду, как, короче, развивается. Ну,
Хочу сказать просто, ну, то бетонное дело, которое я делал, скажем, в Украине и здесь, оно отличается, оно не такое же самое. Вот здесь мы там, ну, да, делаем там, например, там какие-то там плиточки и все такое, там, ну, просто с бетона, да, там людям отправили. А есть там специальные заказы, которые там надо шлифовать, чтобы вот, ну, это надо фотографии там показать или видео, не знаю, чтобы было лучше видно. Вот здесь дома как раз вот здесь сделал бетонный стол, короче, у меня такой А черный вот, с кстати, слушай, камушком. Вов, сегодня вот получается, ты вот в ближайшие дни, ну, то есть я знаю, что ты там прям вкалываешь, короче, причем вкалываешь там, ну, по солидному количеству времени, больше, короче, 12 часов. Вот что вы там делаете сейчас, вот, в зиму? Просто... Но сейчас у нас были, как бы так сказать, каникулы. Вот фирма была закрыта 2 недели, потому что там праздники, Рождество, Новый год, все такое. И фирма в этот период с 20 декабря по 4, ну, это зависит там, ну, в разных годах по-разному. Вот, ну, так приблизительно это получается с 20 декабря по 4, 6 января фирма просто закрыта. Ну, я как всегда там сказал, что мне отпуска не надо, вот я лучше там себе сохраню отпуск, или вы мне просто там за отпуск, скажем так, заплатите деньги. Вот, я сидел просто на работе, работал. Ну, там есть как бы некоторые заказы, которые надо сделать, потому что, как сказать, у нас покупатели, они такие все немножко не дружат с головой, можно так сказать. Они заказывают там всякую хрень полную. Я даже не знаю, блин, как тебе это объяснить. Как мне это показать? Вот смотри, я сейчас попробую, не знаю, может там ребятам можешь показать, наверное, например, на экране вывести или нет. Ты можешь, если там, например, я тебе что-то скину в контакты и ребятам показать? Можешь в Может, чат, ты в этом. можешь в чат сюда. А, ну кидай, либо в ВК кидай, либо можешь в чат кидать прямо в скайп, я отсюда заберу. Да-да-да, я сейчас вот посмотрю, короче, здесь, что у меня есть такого. У меня, в принципе, есть в телефоне. Ну, потому что оно все намного по-другому отличается, то, что я делаю в Украине. Это на это не похоже. Так. В принципе, это можно показать. Буду по одному, короче, тебе скидывать. Ну, хотя бы пару, ну, то есть, Да, я так хочу. хочу, говорит, в Германию, люди, короче, слышь, тоже, говорит, бетон мешать. Потом в чате, короче, тебе пишут, я так и понял, что все, говорит, богатые богачи из Музвара мешают бетон. Ну, завод, блин, я не знаю, завод это всегда хорошее дело. Там, кстати, можно заработать очень хорошие деньги, не знаю. Не, Завод это. реально, вот, если честно, я тоже так же, этого... Так, Виталька должен создать, ребята, был экспедицию. Все, мы идем на пустошь дальше. Заходите. Ребят, я оставлю, короче, себе этот, пока сейчас ищет. Я сейчас разыграю сразу, короче, 2 месячных плана. Пока, короче, есть. Мы же на МПшке фигачили. Блин, они меня даже 15 мест не пустили, Вова, ты прикаляешь? Да уж, эти ребята. Ну Итак, так каждый ребята, хочет получить первый им. месячный план. С первого по третье место. Поехали. Хоба! Итак, первое место. И кот, я тебя поздравляю, братан. Красавчик просто. Молодчинка. Так, я, короче, сохраняю себе на рабочий стол. Тут у меня, короче, МПшки есть. Тут еще не выплаченные есть. Те, кто, короче, сказал, что надо отложить до какого-то времени. Так что все нормально. Кот, я тебя поздравляю. Красавчик. Молодчина. Вышел в первое место. И все. Итак, еще раз обновление из 1 по 15 место. Поехали. Восьмое. Восьмое место. SK. Чувак, я тебя поздравляю. Красавчик, прям титанчик, прям в топе. Молодчина. Итак, все, мы у Витальки. Мы зашли. И что, ты сбросил пару скринов? Давай я сейчас скину. А, вижу, Да. вижу, вижу, вижу. Пока один тебе кинул. Вот сейчас тебе покажу, какой у Нихера меня себе, а это что столик. такое? Это такой как бетонный блок, но он пошлифован там. Ну, как бы там срезают машины 2, 3, 4, 5 миллиметра. Там, ну, как есть разные заказы. Они сначала срезают этот бетон, потом есть машины, которые это все шлифуют. Он получается, короче, он такой гладенький, как стекло. Это
Эти подоконники, короче. А, Чтоб ну, я понял, стояли. понял. Да. А вот, там справа тоже бетонный Но блок, он не это. закончен, он, кстати, не закончен, потому что там машина, еще эти углы, она так вырезала их просто, вот, они как бы были так, ну, полукруглые, эти куты, вот потом так ровненько все шло. Сейчас я тебе Кстати, меня брошу. тоже ребят спрашивали. Я уже сталкивался, короче, получается, в игре с донатами, те, которые занимались лесом. То есть потом видел донатов-дальнобойщиков. Ну, то есть это, ну, реально люди, короче, играются в определенное только время. То есть в другое время они не игрались вообще просто. То есть приедет домой, он сидит месяц, пока месяц, короче, сидит, он игрался в эту игрушку. Потом говорит, а я уехал, все, и уехал, короче, типа. Все, короче, его нету, типа. Так, я тебе как раз бросаю сейчас больше, там еще посмотришь. Так, лунатенок чем-то хвастается тоже. Сейчас глянем. Лунатенок золото хватанул. Блин, а я два серых хватанул. Ну, я, блин, я там в попе, короче, мира был, так что я вообще никуда не влез. Так, мы идем на гадину. Так, сейчас я, короче, зайду в ВК. Блин, интересная работа. Знаешь, такой куча, короче, это. Куча разной этой можно увидеть. Интересно, что там прям заказывают такого чрезмерно, короче, неадекватного? Ну, у меня нет всех фотографий, там что-то такого интересного о том, что можно показать. Ну, это такое минимальное, что у меня есть, что сохранилось, потому что я там сейчас телефон себе другой поменял, старый телефон я разбил нечаянно, вот. И у меня просто нет всех фотографий на этом, на А, ну я вижу, телефоне. короче, это, ну, имею в виду, получается полное производство, да? То есть я тут Да, смотрю, короче. что не хочешь. Там что люди закажут, то и делаем. Ну, если сможем, как бы. Ну, в принципе, сможем, потому что у нас, так А ты скажем, уже как бы научился более-менее, ну, там, по-ихнему шпрехать? Ну да, это в принципе за 1 год, скажем так. Я думаю, он понадобится больше времени, где-то, так скажем, 2-3 года или 4. Но просто с помощью некоторых людей, ну, точнее, моего мастера на работе, я там людям рассказывал, он мне после работы писал такую бумажку, на бумажке писал слова, которые я там должен выучить для бетонной работы, потому что я ходил на курсы, да, но, блин, про бетон я ничего не учил на этих, на курсах, я не знаю там, что это значит, да, я как бы учил язык для того, чтобы там понемножку разговаривать, вот, но в Украине так, ну, скажем, ты не выучишь язык, потому что, ну, так сильно, потому что ты пошел на курс, там, один часик-два посидел, поучил, а потом пошел домой и все забыл, короче, там начал по-украински разговаривать. А здесь как бы вот пойдешь направо, пойдешь налево, пойдешь прямо, припадешь назад, всюду немцы, да, получается по-немецки там говорить. Пошел в магазин, надо говорить по-немецки, пошел туда по-немецки, пошел на работу по-немецки, вот. И оно, короче, как бы вот, скажем, ну, быстрее все запоминаются слова. Ну, и люди такие, что они как бы вот помогут тебе, вот, скажем, с языком, что нет проблемы. Если там чего-то не знаешь, там они не будут там с тебя смеяться, там он какой-то там дурачок, вот не знает языка, и все, можно там с него поприкалываться. Так как там у нас есть люди, да, там скажут какие-то там плохие слова иностранцу, и все, он потом ходит, такой, а, пизда, пизда, идите нахуй, там начинает всех там, не знаю, посылать, блин, есть такое. Вот. А здесь люди нет, здесь люди немножко по-другому. Они тебе покажут, расскажут, там, вот. Так у меня получилось за 1 годик. Ну, приблизительно выучил процентов 50 языка. А, Если ну там ко слушай, мне обращаются, я знаю, ну что за ответить, копейки, и если честно, понимаю, реально. да, что они Да, хотят. прям во-во, круто. Ну слушай, нехило у тебя получается. Я говорю, я сейчас как бы, ну имею в виду, я смотрел, я как бы по голосу от тебя еще слышал. Ну я думаю, ну молодой, блин, чувак, то есть знаешь, у меня в 22 года, тут прям реально, у меня в голове, короче, только компы были, бабы и, блядь, хер знает. А он уже, блядь, сменил две страны, короче, переехал, уже, блядь, развелся. Я вообще охереваю, короче, просто жить. Ладно. Давай, короче, перейдем немного ближе к нашей теме. Вот что тебя, короче, вообще как сподвигло начать играть в игру? Как это вообще было? Имею в виду в этот. О, да я еще игру играл в эту, короче, лет, так скажем, 6 назад. Мне друзья в школе показали, там, вот, Music Wars игра, там, да. Мы сидели ВКонтакте все тогда, в то время.
Каждый там искал додатки на этом были, на этом, как его, ВКонтакте, вот. Там играли разные игры, потом мне ребята показали Music Wars такой. Я как бы начал играть, там, думаю, первый, второй уровень, четвертый, пятый, шестой, ну, как бы скучно было, скучно, скучно. Потом пошел повыше, ну, начало как бы уже нравиться. Начал играть, потом, не знаю, потом друзья перестали играть, я продолжил, вот, но звездочек нету, рингстонов нету. Ну, чтобы задонатить, там такой, так смотрю, ну, нажимай на этот плюсик, там смотрю, вот там 1000, 2000, 3600 рубинов. Я такой, блин, вот бы мне так сколько рубинов, да, но не могу задонатить. Да, вот не могу задонатить, потому что маленький был, там, да, денег нет, там, не знаю, этих кредитных картов там не было у меня ничего, как бы. Вот такой, ладно, поиграл, потом забросил. Кстати, он там еще есть, этот аккаунт. Я смотрел на него, вот. Да, это мой. Как имею, давай ник я гляну. Это твой первый, да, который был? Да. Он называется Пончик 643. Пончик, сейчас, погоди, сейчас гляну. Я сам его найду. Пончик 643. 20 уровень. Ребят, итак, да. Первый аккаунт домохозяя. Смотри, 15-й, этот выкачен. Золотой кастет. Зазря ты так сильно имею. Ну, клетка, поясок, да, древний, короче. Ну, так, из питомцев, короче, Фрэнки. Ну, да. Персонаж недонатный. Такой, знаешь... Там ничего не было. Да, умелки, короче, в разбросе. Тоже. И, короче, 2017 год, получилось 3 года. Итого 2014 год. Мы с тобой, короче, в одно и то же время начали играть. Ну, вторые, точнее, у тебя был первый аккаунт, а у меня второй. Ну, то есть, получается, я начал почти с самого начала играться, но аккаунт, короче, забросил. Ну, блин, ну, мне потом тупо надоело играть, потому что, говорю, ни звездочек, ничего не было, ни рингстона, вот. И как бы было уже... Ну, потом времени даже не было на игру, потому что там... экзамены начались, потом работа, друзья, там гулянки, все на одно место, вот, и перестал играть. А потом уже, когда приехал в Германию, такой, у меня здесь было сначала очень много свободного времени. Я что-то такой поехал, купил себе ноутбук как раз первый. Ну вот, я его уже поломал, я сейчас обновился, а себе такой ноутбук, да. Потому что, короче, какой у меня случай был в жизни, блин. Я сидел тупо, блин, там донатил, вот, и взял, хотел посмотреть, сколько будет 6800 рубинов в звездах. Сижу такой в туалете, блин, ну, думаю, так, ладно. Взял, так сделал, вот, типа, там, где обменный пункт написал эту сумму 6800 рубинов, смотрю, ага, столько-столько звезд, ладно. Что-то отвернулся, блин, нажимаю кнопку, на эту кнопку не на крестик, да, а поменять. И тупо 6800 рубинов меняю всю звезду. Я такой, блядь, пиздец, что я наделал, вот. А у меня как раз тогда, скажем так, я вот один раз так был жестко задонатил, да, 700 рубинов, вот, у меня ранний такой этап еще был, вот, и денег немного было, потому что я в Германию сюда приехал ни с чем, с нулем, у меня в кармане было 500 евро где-то, вот. Я такой, блин, что я наделал, как я буду без рубинов-то играть, у меня как раз эти рубины шли на расход, потому что я тогда открывал за 50 рубинов эти сверхконтейнеры, вот, у меня расхода не было. Блин, такой в печали, короче, потом тупо взял, выбросил этот ноутбук на мусорку и все, блин, не хотел играть. А потом через некоторое время я поехал, купил себе, ну, в принципе, тупой был, он там стоил около 300 евро. Я Music Wars вообще на нем не мог играть, на этом хоть, скажем так, игра летает, можно спокойненько себе играть. Ну, кстати, имею в виду, получается, ты вернулся, короче, да, в игру, то есть в 2014 году, ну, имею в виду, ты начал играться, короче, проиграл какое-то время, потом бросил, да, пока уехал, потом, получается, заново. Домохозяй когда появился? Домохозяй появился, сейчас я скажу точную дату, сейчас, это у нас была суббота, 2 января 2020 года.
Ну вот я же говорю, вот я правильно сказал. Я говорю, сказал людям, говорю, человек, ворвавшийся из ниоткуда, так же, как Слава в свое время. То есть вышел, говорю, и пошел, короче, всех просто напрягать. Кстати, а как решил, что надо идти на 26-е, допустим, уровни? Да почему именно 26-й установил? А вот я сначала как бы создал аккаунт, да, но не с тем пониманием, том, что я буду туда вливать, там, не знаю, сколько там денег в него. Так просто посижу, поиграю, там посмотрю, там что там нового есть. Я вот как раз на YouTube заходил, мне тупо YouTube эти видосы там с Музигварса там показывал, вот, поэтому как бы вот вернулся обратно в игру, увидел ее. Играл до 22 уровня или до 21 уровня вообще без доната, туда ничего не донатил, вот. Сначала как бы вот так скажу, сидел на 6 уровне, потом посидел на 7 уровне, ну это такое было там, несколько дней или несколько недель, там одну-две недельки я там посидел, потом апнулся. Вот. И у меня где-то статки были на 20-м уровне или на 22-м. На 22-м у меня статки были на силу, у меня было 25 тысяч, живучесть 24 тысячи была, и ловкость у меня была около 15 тысяч. Вот такие у меня статки были на 22-м уровне. Потом как раз... Я закончил свои дела там с банками, там все себе сделал, там одну карту, потом вторую карту. Вот, я такой думал, блин, смотрю на эти рубинчики, такой думаю, ну блин, а что бы не задонатить, да? Сначала так донатил там 1200 рубинов, пошел там эти сундучки открывать. Ну, как бы сначала вливал, да, не в сам аккаунт, там, чтобы его раскачать, и так там сундучки пооткрывать, там что-то посмотреть, не знаю, там попробовать на, да, на кошмарку там пойти, вот такого, что-то прикольного. Ну я понял, так, короче, ну это нормально, так вот так, короче, всех. Кстати, о, а что именно тебе вот больше нравится в игре? Ну, по-моему, ты на мехах сидишь, короче, ты по сути... Да, у меня эвент это всегда на первом месте, это мехи. Ну, имею в виду, да, что стоит. А вот в эвентах, получается, вот у тебя, имею в виду, последние, короче, эвенты, ты прям, ну, очень хорошо, короче, прям дрался там, так, солидно, короче. Ну, да, я вот что-то на подземку был, подсел, вот, скажем так, вот. Ну, в принципе, никогда ее так не играл там очень, последнюю да, подземку. Да, вот я просто смотрел за рейтингами, ну, то есть, я был очень сильно удивлен появлением тебя на втором месте, то есть, ну, так что... Ну, то есть, мест на районе у тебя получается, ты же, ну, имею в виду, ну, это тебя в группе, наверное, заставляют, да, скорее всего, фигачить? Место в эвенте у тебя три у меня нельзя. В группе ничего не заставляют, я как бы не поддаюсь там, да, если ты мне что-то заставляет. Ну, у нас, в принципе, вот, как сказать, в группе там, да, вот сейчас такой период, что в нашей группе нет, так скажем, много донатеров, да, там, которые там донатят такие там суммы, не знаю, там, какие вот. Ну, есть такие люди, там, которые просто на месячных планах сидят или там поставили ну, 1000 рубинов или максимум 2000 рубинов, вот. У них там сейчас такой период, что они просто мандаринки пробивают, чтобы эти бесплатки там покупать и все. Или немножко там побить влияние, вот. А у меня просто после подземки осталось очень много боев. Там около 3000 с чем-то. Вот, плюс эти еще бои там, где по 4 боя дают, там тоже их было около 200, вот, я там хожу и себе сливаю, прихожу домой, сколько, 7-8 часов, вот, всегда я там бои пробил, где-то час. Я, в принципе, да, пробовал, кстати. Короче, ты, получается, вечером приходишь и отдыхаешь в игре, да? Да, себе кушать сделал, пивко взял, не знаю, ну, сижу. Ну, вот давай, короче, примерно сложим. Сколько у тебя получается, вот прям, если по годам, вот я реально сижу в игре, в этой игре, я сижу 8 лет. Ну, то есть я реально 8 лет сижу, просто сменил одного персонажа на другой. Ну, то есть безотрывно. А у тебя, получается, произошел небольшой период. Вот сколько примерно лет ты играешь? Ну, то есть так, примерно. Где-то 6, получается, да? Или 5 где-то? Нет, меньше, наверное, да? Где-то года 2, наверное, там, да, получается, и это третий год, скорее всего. Даже не так скажем, вот, если в общем-то считать, да. Я на первом аккаунте Пончик я проиграл полгода, потом я тупо игру оставил. И вот теперь вернулся обратно, вот, ну, уже создал себе новый аккаунт, домохозяин. Ну, на этом ты год играешься, я уже посмотрел. Да, на этом как раз год, один год и одна неделя, вот. Я 2 января был как раз один год. В этой игре. Ну, так что, скажем так, полтора года, в общем-то, в игре. Не очень так сильно долго. Кстати, имею в виду, как у тебя, ну, твои окружающие, там, знакомые,
вообще воспринимают твою вот эту игру. Они там пальцем не тыкают, не говорят, что там, играешься, короче, в браузерную игрушку, ничего не говорят. Как вообще так, относишься? Как бы так сказать, у меня и то знакомых людей очень так сильно нет. Ну, с кем в данный момент я общаюсь, это все люди из игры. Там есть, ну, конечно, не все там сразу пишут, вот. Там где-то в беседке пообщаюсь, где-то так пару, 5-6 человек там мне напишут, вот. С Украины я уже не общался около 3-4 месяцев ни с кем. Ну, там только там, когда мама позвонит, там папа или брат. Ну, там брат только видел мой еще там, что я играю. А так здесь, в Германии, то... Короче, все спокойно относятся, да? То есть, играешь, играешь, да? Ну, да, они как бы сначала вот немножко так переживали, да, там он донатит, там сейчас всю зарплату продонатит, блин, ничего у него там не останется, знаешь. Ну, короче, стандартные, короче, фразы, когда они наезжают. Да, это понятно. А слушай, ну, как бы донатил там, да, с головой, там, чтобы не все просрать. Ну, как бы еще такой, давай поедем сразу. Ну, почему вот почему домохозяй 16? Почему не домохозяй 32? Почему дядя Петя 33? Нет, я, короче, вот когда создавал этот аккаунт, я такой думал, какой никнейм взять. И вот захожу, там все, там создать аккаунт. И смотрю, у меня, короче, игра выбивает тупо рандомно, да, никнейм. Там такой пишет «Домохозяин 16». Я такой посмотрел, что-то подумал. Ну, блин, ну вроде норм, знаешь. Так подходит по состоянию и душе, потому что я всегда постоянно люблю там чем-то заниматься. Приду домой, там люблю уборку там какую-то сделать, знаю, что так не сижу на месте, да, чтобы только там целый день в компе просидеть. Ну, есть такое, когда там уже ничего не хочется, устал. Вот тогда пойду поиграю. А так, то я не знаю. У меня просто очень много чего повязано, связано с этим, с хозяйством, да. И вроде потому, что мне вот нравится, короче, этот никнейм домохозяин. Я понял. 16. Тебя игра так... подкупила. Да, можно вот так сказать. Я ну, 16 это просто так. Ну, короче, вот, получается... Домохозяин это как бы по состоянию души подходит. У тебя получается, короче, да, ник ты его как получил, да, получается, год назад, ты его ни разу не менял, да? Я ни разу не менял. Ну, все, имею в виду. Это... Кстати, имею в виду, как вообще, вот, ну, твои первые вообще впечатления были от игры, то есть, когда были, какие вообще первые шаги были, ну, имею в виду, как, короче, вообще, начиная вот с пончика, домохозяин ты, когда, короче, туда пришел, я уже знаю, что ты уже был прошаренный, вот, 100% вероятностью, то есть, ты уже, ну, да, немножко. Уже немножко. Короче, знал, а вот меня больше интересует, когда первый пончик был, вот, там как, вот, имею в виду, развивалось больше. Группа была, там создали своя какая-то была, одноклассники да, вместе сначала, были, нет? Да. Сначала была своя группа, там одноклассник создал группу, было на что около 15 человек. Ну, в принципе, 6 лет назад это вообще была другая игра, там, ну, если так подумать, да. Вот сейчас она тоже немножко другая. Не знаю. Даже как сказать. Ну, впечатления такие себе были, потому что всегда играешь на минимальном расходе. Минимальное количество звезд, минимальное количество рингстонов, минимальное количество, в общем-то, самого расхода на музмехи. Вот, и, скажем так, не донатил. И как бы игра сначала как бы казалась такой скучненькой. Вот. Так посмотрел, там вот пошел в полигон, там, о, блин, топ, я понятно, все, проиграл. Короче, ну я понял, там же тогда же не было этого, там же было 1-30, то есть, ну, имею в виду, там часто, короче, было такое, что убивали просто, но. Да. То есть это. Ну, я уже очень так сильно не помню. Ну, было сначала так нормально, но потом что-то мне не понравилось. Ну, имею в виду, да. Слушай, вот сейчас давай возьмем твой новый персонаж. Вот какую. Как бы оценку или рейтинг ты своему персонажу поставишь. Ну вот я точно знаю, что твой персонаж, короче, входит в один из донатных. Ну, то есть я считаю, что у него оценка как бы очень высокая. Он либо ближе, короче, к девятке, либо к восьмерке, то есть из десяти. Ну, я много так не дам, потому что мне еще надо его качать. Это там надо умелки менять. Это надо питомцев выкачивать, потому что у меня не все питомцы там на фуле. Например, у меня здесь есть. Что у меня есть? DJI, потом кристаллоид, пенек, фокусник, Фрэнки, оголек,
хищник, блендер, конг, ну, у тебя много уже, ты что, это дохерища уже. Дракла, да, и злобоглаз. Но они не все зафулены. На фуле только фокусник получается, робот, оголек и блендер. И этот пенек, короче, на фуле. А остальные надо все еще фулить. Так что я не очень сильный. Там надо умелки там подобрать, короче. Потом себе надо легендарное оружие там какое-то купить. Или, не знаю, просто его точить. И немножко надо еще смеха подкачать. А то что-то не нравится мне эта мощность. Там, как, ну, какая сейчас есть. Хочется больше немножко. Потому что у нас такая лига, да, что туда очень много людей приходит. Скажем, особенно на... Ну да, да, они, получается, многие идут, короче, кто-то апается, да, 22-го нечаянно к вам, короче, в лигу, кто-то прям идет целенаправленно на 23-26, сегодня, короче, уже было такого, ну, имею в виду это. Ну, и как бы, ну, мне просто интересно, ну, и как ты это себя оцениваешь, вот мне просто интересно в этом. Вот я считаю, да, я себе, что, скажем, ты, считаю, так... один из топовых персонажей, то есть донатных персонажей, то есть зазря... Ты имею в виду, да, у тебя там не прокачано, короче, не профулено, ну, большинство. Но, однако, у тебя хорошо прокачанный мех, ну, то есть тот же самый. Ну, мех, да, в принципе, мех неплохо прокачал за год. Это мне как бы тоже радует, но все равно мне мало, как бы, с одной стороны. А, ну, мне... давай, давай еще тогда, давай мы вот плавно, короче, перейдем от одного к большему. Типа, какие планы, чего добиться в игре? Вот просто интересно. Какие-то есть? Войти в десятку там определенную, сколько-то награбить, какие-то определенные медали взять, получить, забить там зал. Ну, просто вот какие, короче, чего добиться в игре? Давай, и вот я хотел послушать просто, как идея. У каждого, ну, вот, человека как... разные планы. Ну, как бы сказать, там в игре что добиться, я не знаю. Ну, что можно в игре этой добиться? Ну, здесь ничего не добьешься, здесь, блин, только, не знаю, денежка на ветер пойдет, и все, в этой игре больше ничего не добьешься. Но как бы так сказать, ну, в принципе, на экспедициях я уже был на топ-10, то есть этой кокардой ходил некоторое время. Потому что я, кстати, я забрасывал игру на домохозяина на где-то около месяца или полтора месяца, кстати, на этом аккаунте. Я уже здесь пробовал забрасывать, потому что у меня там были эти непонятки, короче, всякие, вот, и я некоторое время не играл. Я как раз тогда был вроде на восьмом или шестом месте в охотниках. Я сидел с этой кокардой. Ну, тоже было так прикольненько, неплохо. Вот. А вот планы, не знаю, планы, это всегда быть первым на полигоне, не знаю. Люблю очень сильно. Я понял. Ну, хорошая, имею в виду, идея. Это как у многих, допустим, я когда разговариваю, типа, набить, короче, 100, ну, 100 кошмарок или сделать 1000 кошмарок. Добить статы до 130 тысяч, там, знаешь. Это... Ну, не знаю, что-то такого у меня там нету, знаешь, ну, я, например, хочу там граб, чтобы у меня там был вот такой, знаю, там, надо мне граб, все, я буду граб. Вот, там, надо мне статы качать, хорошо, я буду статы качать, надо мне музыку. У меня, в принципе, нет, да, есть у меня план, я не знаю, получится, не получится, я хочу себе сделать музмех к следующему, даже не знаю, когда. И если смогу за полгода, тогда сделаю за полгода. Если буду сюда еще, так скажем, много-много вливать, только правильно с головой, да. Вот, потому что я сначала так вливал рубины по несколько тысяч в неделю там. Вот, и они тупо ищи никуда там, да, на звездочки там, пошел в полигоны, пораздавал заряды, и все, блин, ничего не ну, потому что сначала было сложно играть не кошмарки, я захотел кошмарки, кстати, играть. А расхода-то нет, модулей не было, вот. Там расхода просто очень много улетало. Я такой закинул себе 1200 рубинов. Ну и все, мне хватало на 3-4 кошмарки 1200 рубинов. Больше не хватало. Через недельку себе одну посмотрел, какие квашмы надо мне пройти, закинул еще 1200 рубинов, открыл эти контейнеры, да. Вот такая сначала у меня была игра. Я вливал рубины, открывал, скажем, короче, только для распада. И по кругу, в общем, шел. Ну, я понял. Так же делал, да, короче, и Слава, и Носорог делал так же. Они когда пришли в игру, они тоже так же крутились, потому что, ну, было, короче, тяжело в этом. Кстати, Грешник спрашивает, слышь, ты привет забыл передать. Ты Грешника знаешь? Да, знаю, это мои согруппы, да, кстати, к своей, я должен своей группе привет передать, всем привет.
А то они говорили, что мы придем там, посмотрим на тебя. Я забыл, кстати, да, потому что вот ты меня заговорил, я забыл им приехать. Гусь, Гуччи такой же, или Гусси. Гусь тоже, говорит, привет передает. Надо мне посмотреть, где это есть. Я тоже. Кто там писал? Кто там писал? Как ты говорил, кто там писал, а то я не услышал хорошо. Гусси какой-то или Гуччи. Или Гуччи. А, Гуччи, Гуччи, да. Это мои согруппы. Они говорили, что там типа им всем привет передать, да, там каждому имеют, да, всем 30 человекам я такой, блин, вообще. Кстати, есть определенные цели, которые сегодня, ну, на 21 год. Я, ну, имею в виду, я знаю, что как бы топом сразу в мехах, я не знаю. Ты в этом году планируешь прям, или, ну, как бы, есть еще. На 21 год просто вот интересно, будешь ли дрон еще брать? Будешь ли, короче... Дроны. Да, кстати, дроны я хочу на следующий Новый год все подряд взять, все там, ну сколько их будет, 8, да? У меня один есть, получается, еще 7. 7, короче, хочу 7 дронов подряд взять. Марков я не знаю, потому что у меня сейчас такой период жизни, что я не могу так очень сильно там тратиться. Так скажем, направо-налево, потому что у меня сейчас квартирка, я там квартирку себе строю, там мебель, все такое. И да, но я посмотрю, если будет возможность, тогда возьму марка там. Ты вообще думаешь, вообще просто, ну, имею в виду, марки вообще, троны как таковые, они, ну, не связаны с этим. Ну, да. С базой, короче, в этом. Вот скажи, как, по сути, идея стать топовым мехом, то есть, по сути, по планам, то, что есть. Да, это моя, как бы, цель. Топовый мех. Ну, сначала здесь, сделать здесь, в платине топового меха. Кажется, я не знаю, сколько на это времени уйдет, и как будет это затратно. Вот. Док или но как бы хочется. Хочу сделать, или получится за полгода, или получится за год, потому что сейчас как бы трудно выкачиваться, да. Вот там пошел, немножко слил, там цены просто растут космические. Вот. Ну, хочу сделать себе муз меха, чтобы у него там атака даже с бустом пусть будет, не мощность, а чтобы сама атака была около 200 тысяч. Ого, круто. Ну да, будет, да. Прям жестко будет. Ну да. Но самое интересное, хочу. А ты вот как бы думал о том, что получается, ты же развиваешься, и другие донаты развиваются, то есть, ну, то есть в игре получается. Ну, да, что будет, ну, мне тяжело тянуться, короче, там. Они же тоже будут тянуться к этому. Ну, это будет, ну, как сказать, да, немножко тяжело, потому что не хочется там эвенты пропускать, да, потому что медальки надо, все такое. Я сначала хотел как бы забить хер на эти все эвенты, да, там музмехи не играть, ничего не играть, вот просто сесть тупо и там копить, но потом мне люди сказали, там, нихрен копить, там, просто убери и все сливай сразу. Ну, вот посмотрю, я говорю, я не знаю, за сколько времени получится, но вот как бы буду стараться быстрее все сделать. Ну, кстати, вот, часто, имею в виду, получается, игроки вообще собираются, ну, как бы, донаты в донатные группы. А вот ты свою группу, ну, не хотел бы создать или купить, допустим, группу какую-нибудь, чтобы там своим лидером быть и стать, короче? Есть вообще идея? Ну, раньше была идея. Я когда на домохозяин был, у меня была сначала группа, но там было сколько? 6 или 7 человек, да. Вот, там люди вообще не играли, заходили один раз в 10 дней. Вот. Ну, как бы сложно было группу разбивать, да. Вова, потом я просто сказал, вот только за донат передаст привет. Ее что там, ну, распустил свою группу. И пошел я в вторую группу, меня пригласили. Это был Happy Guys. Моя первая, скажем, такая уже нормальная группа. Это была это Happy Guys. Вот. Потом опять. Я пошел, ну, потом пошел я в Хаммеры оттуда, сколько, с Хаммера. Сколько примерно групп сменил? Ну, то есть, да. Ну, это получается, ну, если с моей считать, да, моя первая группа, потом Happy Guys, потом Хаммеры, Бенги и обратно в Хаммеры. Ну, получается, 5 раз. 5 раз, ну, короче, 5 групп. Ну, сменил примерно столько же, сколько я. Я тоже в 5-й примерно группе сижу. Ну, то есть, и поэтому... А, кстати, почему уходил? Менял? Что-то не устраивало отдельно? Ну, имею в виду, или лидер, или выкидывали за неактив. Ну, первая группа там была, как бы, так сказать, буду говорить напрямую, как они есть, там не будем что там скрывать, там была проблема из-за денег, потому что вот там люди видели, там, что я вот доначу в игру, да, и там начали вот так, как бы, вот, а ты можешь скинуть мне там сейчас там некоторую сумму, там, на 300 рублей, 1000 рублей, вот там, я как бы, вот человек там,
наяривать просто. Вот я тогда как раз начинал донатить там маленькие суммы, не такие большие, как сейчас там. Вот. Я говорю, как бы сейчас не могу, там потом задоначу там тебе. Может, там помогу, не знаю, как бы. У меня не было такого, там, что я кому-то хочу там что-то задонатить, знаешь. Вот. И потом какой-то у нас там конфликт был. Я даже за первую группу не помню, какой конфликт. Я просто тупо оттуда ушел. Ну, ходил я понял, без группы. Короче, что-то, ну, не сходились, в общем. Да-да-да. Ну, короче, потом... типа наезд. Грешник тут тебе, короче, говорит. Я понял, что Вова, говорит, просто привет не может передать, только за донат. Он так и сказал. А, да, я вчера такой сказал там в группе. Он написал мне за приветики, я говорю, это... Ну, приветики грешник, там за донатики, короче. Грешник, да, грешник, короче, ржется над тобой. Увидел тебя, короче, в экране и решил издеваться, имею в виду. Слушай, вот представь идеальную, короче, группу, да? Вот, ну, тебя сейчас в хаммерах вот все устраивает, да, как, ну, как таковое. Вот скажи, что должно быть в резиденции и фан-клубе, чтобы прям, вот прям идеально группа была? Ну, фан-клуб, я не знаю. Ну, в принципе, как сказать, ну, потому что я доначу, так что мне не важно там, чтобы была фанатка на рингстоны, да, потому что я пошел там себе одну кошмарку, вторую, третью, потом куплю билет за 500, 1200, там, ну, 2000. Ну, на Грандбанка, допустим, получается, на статы, может. На статы нет, потому что я не участвовал так в этих ивентах, по раньше по ВК, подземки, турниры, все такое. Турниры я даже не стараюсь играть. Как бы вот на влияние сейчас... Вова, ну, то, что мне сейчас как бы надо, это на град фанатки, и получается фанатки на влияние. Потому что очень много боев накопилось. И вот, и если будут фанатки, на, там, например, на влияние, тогда можно больше районов забирать. Забираешь больше районов, получаешь медальки, с медалей эти проценты. Здесь? Я тебе, короче, слушай, ребята тебе через донаты задают вопросы. Ну, то есть тебя, меня, короче, перебивают. Открой чат, видишь? Передай Ритульке приветик. Ритульке приветик, передай, говорят. А какой Ритульке, Амарена, что ли? Чё? Говорят, передай Ритульке приветик. Чё за Ритульке? Кто такой, я говорил? У меня в чате это вообще нет. Не-не-не, это не в чате. Это я тебе кинул в чат в Skype, если можно посмотреть. Либо могу сбросить в ВК, если хочешь. Ага. Сейчас посмотрю. Ой, блин, это... Давайте, ВК сброшу. Ну, давай лучше ВК тогда, я посмотрю ВК там. Да, ВК проще, наверное, да, сейчас. Я тебе лучше ВК буду сбрасывать. Видимо, у тебя, короче, Skype стоит на телефоне, да, подключен? Видимо, да? Не, у меня... Не. У меня Skype на этом, на компьютере. Да, компьютер, ну там чат можно почитать, имею в виду, в этом. Ну, мне просто выбило чат, я просто взял и закрыл. А, ну ладно. Не сильно, короче, это. Нет, чат вот здесь. Ага. Тимур, блин, все интересно. Задолбал, а? Говорит, типа, какие, говорит, у него цены на прокачку? Пусть расскажет быстро. Ну, в принципе, как сказать, цены у меня небольшие. Сейчас посмотрю. Погоди, погоди, секунду, погоди, погоди. Вот возьмем шоу-линки. У меня сейчас цена, ну я буду говорить за 50, получается 10 тысяч за, тьфу, да, шаулинки. Шаулинки 10 тысяч за 50. Одна цена, генетика у меня 30 805. И цена за чип 4 тысячи. Поняли? То есть вы, короче, если у вас там в районе 400, то вы вообще даже близко, короче, не стоите там вообще. Просто жесть, конечно. Ну, да, тысячи за чипы, ё-помать. Да это мало. Это очень... Ну, как бы сказать, мало. Это мало, да. Но это мало, получается, с теми людьми. В принципе, я никогда себя не сравниваю с донатами, потому что я только один год в этой игре, да. И вот даже не целый год я доначу, можно сказать. Больше полугода я доначу в эту игру. Так вот, жестко. Володила, кстати, спрашивает, я тебе вот чат сбросил. Типа, Вован, здорово. Скажи, нахера тебе трон? Ты лучше Марка скачай.
Ну, то есть... Ну, так, блин, я не знаю, и трон, в принципе, не... ну, все говорят там, да, что там Марк, он лучший, вот. Я, в принципе, и это хочу взять, и это взять, не знаю, потому что, что там странно идет. Ну, характеристики... Ну, трон, да, характеристики, защита идет, причем нехилая там, она процентное соотношение же. Да, и что там еще идет? Для 26-го уровня, кстати. Слава, влияние там больше поднимает процент. Я не помню, сколько процентов там последнего трона, вот. Ну, в принципе, тоже нехило дает. Слушай, вот, имей в виду, у тебя, получается, сейчас лидер есть в хаммерах, да? Вот что ты можешь, короче, о нем сказать? Какими вообще качествами, то есть, ну, имею в виду, вообще, за что, короче, лидера своего уровня? Я как бы сейчас не хочу эту тему обсуждать, потому что у нас сегодня такой, как бы, конфликт был в группе, да? Я пока что ничего не могу сказать. Не можешь сказать? Ну, хорошо, давай тогда сделаем немножко по-другому. Давай не к лидеру. Да, какую вообще, имею в виду, оценку, давай по 10-бальной шкале ты поставишь своей группе? По 10-бальной. Ну, по 100-бальной неинтересно. Вот 10 баллов, короче, считается, что, ну, группа топ, да, получается. Если единица, то по 7, короче. Имеешь в виду, как бы, ну, почему мне считать, так сказать, по, в общем-то, по рейтингу или как бы по игре, или... Ну, или как... смысл в том, как ты оцениваешь свою группу. Если хочешь, оценивай по рейтингу. Если хочешь, оценивай по своим ощущениям. 4 или 5 нужен Марк. Трон он ли абсолютный? Ост, ну вот скажу так, что ребята, в принципе, они очень активные, да, вот это мне нравится, за это я дам просто десяточку там, да. Вот те люди там, которые со мной играют в платине, они как бы все такие активные, вот это мне нравится, да, там пошли полигон, там забежало 5 человек, пошли вместе полигон поиграли, там жесть пришла, тоже то же самое, знаешь, ну как бы такие, как это слово по-русски правильно? Скооперированные или как, нет, я не помню. Объединенные, имею в виду. Ну, да, вот такого, знаешь, они так там и послушают тебя там, вот, и что-то можно там им сказать, там, посоветовать, что такое, вот, и, не знаю, вот приятно, удобно, да, с ним не играть. По самому рейтингу, ну, не знаю, в принципе, вот по резе там стою, там уже сейчас резу, там ребята что-то поднимают. Вот, ту, которую им надо, которую мне не надо, так скажем. Это и... Ну и оценку, просто интересно. Но я понимаю, что когда вот группа сплоченная, она играет, да, вот я нашим лидером очень доволен. Прям у нас лидер очень хороший. Не берет, короче, постоянно выбрасывает какой-то неактив, где-то постоянно делает времени, объявления, короче. Я своим лидером вообще очень доволен. Никаких конфликтов у него нет. Ну, в принципе, эта организация, скажем, она присутствует. Организация такая, она хорошая, да, в этой группе. Вот. Но как бы там все говорят, с кем я там общаюсь, да, там, почему ты сидишь там в группе нубов, почему ты не пойдешь к там, какой-то там лучшей группе, да, там, не знаю, более такой прокачанной, там, где эти топы все сидят, да. Вот мое мнение такое, например, если сейчас, скажем, вся платина, ну, не вся платина, но большая там часть людей, да, там платина, соберется в одной группе, и, например, будут ходить поликоны, там, усмехи играть. Ну, они просто всех убивать будут, да и все там. Ну да, ну блин, какой будет прикол этой игры? Ну ты пошел там полигон, да, там жесть, например, вот. На жести, да, прикольно, потому что все забирают топы, получается. Там. Всех будет там хорошая звонка. Вот, и это как бы мне не приносит никакого там вообще удовольствия. Я не знаю, как бы хочется такого там, вот, чтобы с кем-то посоревноваться, да, там, кто из нас лучше, кто-то такой. Чтобы, короче, чтобы не играться, вот, типа, ты там к часу освободись. Ну, короче, получается, чтобы не толпу бить, а против толпы сражаться. Ты как это, знаешь... Как один в поле воин, да, типа, имею в виду. Убить всех, короче, один останусь. Ну, да, можно вот так сказать. Вот. Я не знаю, там даже если вас там 30-ок брать, там у вас есть две топовые группы, получается. Даже три топовые группы. Это возьмем ВВМ, ПД и эти Реблисы, да. Там все ходят группами, там 10-12 человек, там, ну, не да, знаю, там, там или меньше. Да, они там просто, короче... У всех вот... атака там от 800 тысяч до миллиона сколько? 1 200 000, 1 300 000 там атак. Да. Ну, да, если да, приходит да. такая толпа, блин, ну... Какой понт тебе играть? Я вот как раз из-за этого начал донатить в эту игру. Когда мне просто надоело уже полигоны ходить. Я там такой ходил, у меня сколько? 30 тысяч был музмех, атака. Это атака была. Я не помню, сколько у меня там было мощности, вот. Ну, был слабенький, это у меня был 22 уровень.
Тут это, тебя, говорит, этот, Вова, говорит, ты, скорее всего, только к часу освободишься. На полигоне тебя ждать будем, тебе скишивает грешник. Тебя, короче, раскидными в виду вытаскивает. Слушай, вот, ладно, говорит, имею в виду по группе, я понял, что, ну, имею в виду, по крайней мере, я для себя, короче, понял. Да, то, что да но группа, короче, скажу есть. Так, группа чего? Не топ? Да, что смотри, по группе, короче, есть. Группа не топ? Перебью тебе секундочку. Группа, ну, не уж такой сильный топ, но ребята сложные, ребята играют, ребята стараются, вот, и как бы я только за, чтобы ребятам помочь, и там, не знаю, там, в прокачке или там что-то другому, вот. В принципе, меня как бы все устраивает. Есть некоторые там нюансы, но это такое уже личное, приватное, да. Слушай, имею в виду, по игре, можешь сказать, самое свое большое достижение и какой-нибудь, знаешь, ну, нелепый или впечатляющий, ну, в общем, какой-нибудь интересный провал. Допустим, вот у меня, короче, ну, с таких серьезных достижений, короче, это тычка полигон. Я 30, короче, фрагов взял тычками на полигоне, представь. Мы убили команду противника давай, тычками 30 давай, фрагов. Давай, 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 это для меня, ну, просто опизденительно, короче. Ну, это нереально. А самое, короче, для меня херовое, я не открыл 120 подарков, они исчезли. У меня в игру не мог зайти. 120 больших подарков у меня просто исчезло. Это как вообще? Было очень весело. Ну, день, короче, прошел последний, и подарки были убраны. Понимаешь? Это вот для меня, короче, было два самых таких серьезных достижения, короче, ну, имею в виду. Самое большое достижение и самый большой мой провал. Вот хотел бы послушать, а у тебя что-нибудь такое есть? От чего, короче, у тебя, как бы, ну... Ну, попробуй, блин, достижение какое, я даже не знаю, как тебе сказать. Что мне просто понравилось, что меня в шок привело от этого рандома, можно так сказать, что... Я за некоторые... У меня, скажем так, было два случая, получается. Когда я выкачивал манускрипт и когда я выкачивал карманный хакер. Ну, за хакер я тебя, кстати, скрыл. Да. Это, по-моему, одно из вообще эпичных достижений, я так имею в виду, посмотрел. Там какой прикол был. Вот сначала возьму манускрипт. Там как раз у Майи в колесе был манускрипт. И я тогда кошмарки начинал только ходить в Майи. Я сначала к ПД ходил. Кстати, спасибо Пантере. Это как бы там за меня словечко там заказала, да, вот после этого начали на кошмар брать. За это тебе спасибо. Не знаю, там сейчас играешь ты или не ты, но все равно спасибо. Может, помнишь меня. Да уж. Так скажу. У меня не было этого манускрипта, я очень хотел его, но у меня не было очень много торнов. Там получается как, я потратил около 700 тысяч торнов, чтобы выкачать за... Короче, ни хера себе. Да, я выкачал с нуля до 25-го. Это получается 26, он раз мне выпал с колеса манускрипт за этот период, там, когда я начал его выкачивать в мае. Но я как раз начал его выкачивать в середине акции, этот, там, да, когда он там был в колесе. Вот. Я просто не помню, там какой период он лежал в колесе. Точно. Ну, там, он, где... короче, полгода, они полгода меняют, короче, приз, то есть получается. Да, вот. А я как раз за половину этого времени выкачал его с нуля до 20-25. Вот. И я сам был в шоке, потому что очень мало. Так как люди говорили, что очень мало затрат пошло из самого торна, да. Ну да, что падает, он херово, короче, я понял тебе. Да. Но там такие приколы были, что он. Я всегда крутил по 10, и три раза он мне выпадал по два раза, как бы, понимаешь? А скрины? Ну, типа... Скрины, надеюсь, где-нибудь остались. Кинь мне в ВК, я их себе надо закину. Искать. Я не знаю, почему. У меня скрины, кстати, пропали некоторые. Я не знаю, почему. Да. Я делал скрины до, как сказать, до доната. И вот сделал скрины после доната. И у меня скрины до доната почему-то пропали. Я не знаю. Да нет, я думал, когда ты вытаскивал по два одновременно, ну, то есть манускрипта, я вот эти... Я посмотрю, потому я что вот, мне надо... Я с удовольствием надо... бы себе, короче, публиковал. Ну, то есть, это самые, короче, крутые. А самый... А провал? Вот просто мне интересно. А косяк? Вова, косяк какой? Вот просто... Здесь надо подумать, блин, я даже не знаю. Тебе надо было меня пораньше спросить, какой у меня косяк в игре был. Не, понимаешь, его реально помнишь, потому что, ну,
понимаешь, ну, разрывает как бы, ну, нервное окончание-то на эти, на британский флаг. И я вот, я из этого, понимаешь, впечатление, то, что типа, блин, ну, бесит. Да, 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 я вот думаю, он там, что такого могло быть, что меня так очень сильно бесило. Забрал кто-нибудь место, может, что-нибудь, типа, я, ну, я не знаю, тут, Вов. Ну, ладно, не буду, короче, сильно мучить. Ну, за это я тебе не скажу, на это надо подумать, что меня бесило. Но бесило меня постоянно, говорю, вот за полигоны, типа, все такое. А вот, какой я такой провал. Вов, ты что-нибудь планируешь изменить своим персонажем? Стиль поменять, допустим? Или какое-нибудь имя все-таки новое, может, хочешь подобрать? Нет, я буду играть в этом стиле, я буду играть не... В конце концов, блядь. Нет, я не буду. Вот каким... Вот меня один человечек, кстати, вынудил поменять эти одежду. Я не хотел менять одежду, я просто тупо хотел оставить все как есть. Там от самого начала, там, просто там... До конца, там, сколько я там буду играть. Ну, ладно, как... ладно, я, короче, по этому тоже. А слушай, Вова, а ты в башне вообще ходишь, нет? Играешься? На кошке? В башне. А, в башне, послышалось, на кошке. В башне нет, я в башню вообще не играю. Ну, я могу зайти один а раз если, короче, в три. А если введут эвент по башне? Ну, то есть там. Ну, тогда там надо будет играть. Ну, я думаю, интересно будет, ну... Какой эвент там будет, я вообще даже не знаю. Ну, но там будет сложно играть, потому что, я хз, там... Ну, если сделать эвент, скажем, так, чтобы он был там... Чтобы эта башня была одиночная игра, тогда да. Но если сделать, как сейчас, что там получается групповая, да, что можно там в 4 человека там, ну, как это называется по-русски, тимы, да, там, собираться группой, там, идти в башню, это вообще как бы вот... Не очень себе там. Если вот по одному там можно там будет биться, да, тогда это будет прикольно, да, можно это играть. А вот когда ты там, например, ты идешь сам, да, там, в 2 часа ночи пошел в башню, тебе не с кем там играть вместе, там нападают на тебя 4 человека, и все, и ты как бы помер, там, 44-м. Ну да, это, кстати, это многие ругаются, то есть это вот самый, вот да, самый, короче, косяк, по-моему, ну, игровой, что невозможно... играться, короче, одному. Но сказали, что будет, короче, сделано, что по времени будет, будут и простые, и будут типа соло башни, и будет тим башни. Но это уже тоже, ну, говорили, так что будет и... Ну вот если, вот если это будет, тогда можно там начинать играть, я не знаю. А так... Слушай, еще интересно, вот имею в виду, тактика есть какая-нибудь интересная по прокачке самого персонажа? Ну, то есть получается, что ты качаешь больше, там, силу, ловкость вообще как таковое? Ну, на первом плане у меня стоит сила и живучесть, потом идет ловкость, а талант уже такое, скажем. Там что осталось? Там сколько у тебя сейчас базовая, ну, базовые характеристики, не прокачанная, а именно база? База самая начальная? Ну, база у меня маленькая. База у меня очень маленькая. Сила у меня получается 21388, ловкость 16900. Талант 7700 и живучесть 21374. Ну, база маленькая. Ну да, да. Ну, кстати, не, так, не такая сильно, короче, имею в виду это. До 26 уровня очень адекватно. А ты не планируешь к нам на 30-й там геморрой себе устроить? Я вот думал, но многие люди, как бы, меня, знаешь, от этой мысли там отталкивают. Зачем тебе 30-го? О, кстати, карту. Да, да, я вижу домохозяй. Поздравляю. О, вообще поздравляю. Блин. Шел раз в год и забрал все. Мне в топ этот раз не лез. Один что-то зеленый, серый, ясно. Сейчас, Паш, носорог создавай. Создавай сейчас карту. Сейчас я еще одну разыграю. Так, сейчас еще, короче, разыграю. Ребят. Итак, я на 15-м месте, на самом, короче, последний. Итак, гудбай, лунатенок и ежик, ребят. Блин, ну, жиробасы, что могу сказать. Самый первый, короче, из всех. Итак, с первого по третье место, ребят. С первого по третье. И среди топов у нас... Кто у нас на третьем месте? Ежик. Ни головы, ни ножек. Ежик, я тебя поздравляю. Не только твоя жена может таскать карты, ну и ты месячные планы. Так что все честно. И еще, ребят, еще разочек. С первого по 15 место. Оба! Второе. И второе, лунатенок, Василий Иванович. Я тебя поздравляю. Топовые места.
Ну, жесть, конечно, просто. Кстати, носорог хорошая идея была, действительно, мне очень понравилось. Вот формата такого именно розыгрыша. С первого по третье, с первого, короче, получается, по десятое, по пятнадцатое, чтобы чем выше ты места занимал, тем больше, короче, шансов было. Так, и давайте сделаем, наверное, лирическое отступление. Носорог сейчас создаст, ребята. Пойдем, скорее всего, в 25 человек. Пашка, создавай, где ты? Мы тебя ждем. Так, он 24 уже собрали, может нет. Паш, карта есть или нету карты? Есть карта? Карта есть, нету? Что-то я не вижу, короче, в этом. Ну да, там Марат написал, блин, это точно верный мой косяк за эту игру, что я купил этот трон за 16 тысяч рублей, там получается, да. Ну я еще, короче, да, я тебя, короче, еще поэтому тоже хотел спросить, ну то есть как оно есть. Ну, извини, что я это наперед сказал. Ну, да, да, там имею в виду в этот, как бы... Вообще, можно, короче, по сути, сказать, что ты топовый игрок среди 26-х или нет? Вот, как ты себя ведешь? Я не скажу так. По донату, по донату, да, потому что я вливаю сюда, блин, до хрена рубинов. Я за сколько... Ну, как бы сказать, с одной стороны, это не очень такая большая сумма. Ну где-то за две недели я влил сюда, так тебе сказать, от 38 до 45 тысяч рубинов за две недели. Чудо в аккаунт, короче. По донату скажу, да. А вот по самим характеристикам моего персонажа он не очень такой сильный, потому что здесь есть, ну, как бы прокачанные люди, там, у которых там усмехи больше, у которых там статы больше, вот. Ну, мы с ними там не очень сильно пересекаемся, скажем, ну, по-любому. Мне, кстати, там, нравится, что, получается, ты, по крайней мере, конкуренцию составляешь среди 26-х. Если бы ты в их группе был, то у них бы вообще просто, ну, как бы, не было вообще. Ну, в принципе, да, вот, вот это я хотел пояснить, чтобы было там, не знаю, какая там конкуренция, там, вот, и вот было как бы вот интереснее играть, да. Если там пойти, не знаю, к там, или к пятнице, там, чтобы там с текилой играть, или пойти к Юли Крофт, там тоже с ней играть, тогда, ну, вот какие полигоны будут, вот. Не знаю, ну, интересно, там пришел, протонки бросил, все, полигон закончился. Суперприз забрал, там, первое, второе и третье место идет по игре, как бы, ну, вот неинтересно. Ну, а здесь пошел, там, такой, взял волны, там, блин, смотришь, тебя там, ну, потому что у меня сейчас расходов очень мало. Я коплю сейчас торны. Вот, из БК-ключики тоже потом буду открывать, будут торны. И вот, там такой идешь, у меня там 10 волн, я такой смотрю, блин, один жир, второй жир, третий жир, четвертый жир. Как бы надо спланировать эту всю... у нас, в принципе, игра немножко по-другому, у нас там сразу с первого хода там волны сразу сюда, туда, направо, налево, вот, и расхода очень много какие-то. Я не играю, ты знаешь, так... Ну, ясно, понятно, имею в виду. Там да, просто... я играю очень затратно, я играю очень-очень сильно затратно. За это я себя не люблю, короче. Какой, потому смысл, что мне очень много расхода идет. Какой эвент, ну, имею в виду, какой эвент ты бы ввел? Есть какие-нибудь идеи вообще по... Ну, то есть, что-нибудь новое или интересное? Вообще не задумывался? Да, в принципе, здесь и хватает эвентов, я даже не знаю. В принципе, даже ничего не хочется нового вводить. Просто, ну да, может, это, там, как бы это очень сложно. Я в следующий раз, я думаю, короче, я, наверное, заранее немного больше вопросов буду передавать, получается, людям, которые будут отвечать, потому что действительно, ну, это тяжело. Давай проще такое. Давай, какие эвенты ты больше всего любишь? Это само собой понятно. Я думаю, смехи, я это очень сильно люблю. Я, не знаю, мой, кстати, рекорд, который я был, я сделал такой рекорд, вот. Ну, хотел посмотреть, сколько я смогу пройти. Это было за 24 часа, получается. Это было или 19 полигонов, или 21 полигон я прошел за 24 часа. Ну, конечно, не все были с победой, вот. Но там, я не знаю, сколько с победой было. Около 15 там, или 13 было победных, и все остальные проигрыши. Вот. Но вот за 24 часа, это было 6 часов вечера я пошел, потом до... 2 часов ночи, это по моему времени, получается, по Москве это с 8 до 4, потом пошел спать, проснулся из часа по московскому времени,
опять до 8 вечера я начал полигоны ходить. Тупо без перерыва. Там я уже брал билет, вроде был 30, да, 38 400 я брал билет последний. 38 тысяч? Да, 38 400. Ой, ну, прости меня за мат, короче. Ну, это, в принципе, мало, я там слышал, что люди намного больше собрали, вот. Вообще, я просто в шоке, короче. Не, ну это вообще просто. Слушай, а вот имею в виду, сколько примерно в день часов ты играешь в игре? Просто вот, ну, так интересно. Ну, каждый день по-разному. Если так брать в среднем, это получается около 3-4 часов. Ну, то есть вечером, вот как приходишь, да, получается? Да, например, я там прихожу по моему времени, я говорю по-немецкому, да. В 7-8 часов я прихожу домой где-то. Вовка, если ты пойдешь 8... с нами, нет? На Скорпиона. А, да-да, давай еще зайду разок, наверное. Если быстренько. А, там есть. Так, а ты имею в виду в этот... Ну, я виду карты просто. Ты же карту отхватил, так что тебе там можно. А у меня такой, у меня проблем нет, я могу и купить, в принципе. Такой есть. Ладно. Что ты говорил, то я забыл. Сколько в день играешь? Ну, то есть. Да, да. Я уже понял. Слушай, а ты с утра заходишь перед работой или нет? Нет. Только я после работы, да? То есть именно вечером. Ну, как у меня все работающие, я так и понял примерно. Ну, как бы сказать, в принципе, нет понта заходить с утра. Ну, в 3 часа ночи, если бы я по немецкому времени зайду, там, и вот... Ну, если был бы полигон по полчаса, да, тогда бы было нормально. Было бы вот и хорошо. А сейчас по часу там ждать, это получается... Мне надо в 3 часа просыпаться, записываться на полигон. Потом 4 начинается, а мне, короче, надо... 5 часов уже ехать на работу. О, тебя, короче, грешник просит. Передай привет Рике, а? Помахай рукой. Привет, Рика. Я не понял, что он это просил? И передай привет Ритке. Где он там просил? Да, он типа спросил, короче, он просил, имею в виду, я тоже, типа, имею в виду, типа, говоришь, будем ждать на полигоне, типа, это. Чтобы... Ну, привет, Ритка, короче. Да, это же Рита, а, бедная. Это... И главное, за Риту грешник, короче, тут напрягается. Вот пусть Рита сама донатит и спрашивает у Вовы, что за этот, имею в виду, это вообще просто такая... Слушай, Вов, а вот идея, имею в виду, как ты считаешь, какая основная цель игры? Убить время? Спокойно развлекаться? Тратить нервы? Это 100%. И нервы там уйдут, и время, и не знаю, и деньги. В принципе, с одной стороны, как бы вот игра не уж так сильно популярная, да, вот, и я не знаю, с одной стороны, она скучная. Я там показывал людям с Германии, да, этот Музигварс там, все такое, как есть. Они говорят, ну это скучно, это не для нас там, да. Ну, это не типа не экшен. Это вот, знаешь, это, скорее всего, для нашего склада ума больше. Те, кто любит шахматы, наверное, знаешь, типа, скорее всего. Вот так можно сказать. Да, типа стратегов, короче. Да, это получается, как тебе сказать, ну, в принципе, вот, сама игра для меня в некотором плане тоже скучная, да. Вот эту башню я бы вообще выбросил на данный момент. Ну, вот то, что оно прикольно, потому что вот эти доспехи есть, все, больше я там никаких плюсов не вижу, ну, не играю. Но то, что она там затягивает, я не понимаю, почему. Есть что-то такое, что просто тянет сюда, да. И, в принципе, с этой игрой ты убиваешь все свое время свободное, что есть. Ну, да. А, кстати, да, вот, давай про свободное время. Слушай, а свободное время чем ты... Вот просто, вот у тебя есть, ну, игровой этот, а вообще свободное время чем ты любишь заниматься? Ходишь в парки, там, занимаешься спортом? Раньше было, скажем так, у меня свободное время. Мы много ездили там отдыхать, там, разные там бассейны, разные города там смотрели, по музеям. Гуляли много, по выходным ходил там в рестораны кушать, все такое. Ну, то есть свободное время, короче, получается, ты отдыхаешь. Ну, то есть так, я имею в виду. А хобби? О, имею в виду, у тебя есть ножи коллекционируешь? Трупы? Головы врагов? Нет, сейчас ничего такого не собираю, там не знаю. Если так, тогда я собираю камушки какие-то прикольные, потом это все тупо в бетон заливаю, блин, шлифую, полирую, вот, там, принесу себе домой, что у меня там дома там стояло. А, ну прикольно, кстати. Вот таким что-то, да. Я коллекционирую бетон там, можно так сказать.
Слушай, давай таких вот два вопроса хочу вот интересно объединить. Смотри, вот приходят новички в игру, да, вот те, которые, ну, играются, и они вот смотря, получается, допустим, на твои достижения, да, идут, вот они стрим посмотрели, и что бы ты вот мог, получается, сказать игроку, чтобы он, типа, я, говорит, хотел бы пойти по вашим стопам, там, прийти на 26 уровень, стать, короче, топовым мехом, вот какие советы, вот просто? Какие советы? Не знаю, идти на работу или искать хорошую работу, где зарплата будет очень большая. Вот. А я даже не знаю, что пожелать. Ну, в принципе, вот сейчас в этой игре без доната нечего делать. Можно там делать, да, там сидеть, не знаю, сколько там надо, один год, два года, три года просто это все копить, чтобы там, не знаю, так как там у Сани там было там по 500 тысяч звезд, там, не знаю, а так... Я смысла, скажем так, вот чтобы сидеть в топе, да, получается. Ну, я, в принципе, не сижу в топе, тут только по музмехам и все. Тогда надо только донатить. Без этого... Вот, ну, то есть, я понял, короче. То есть, имею в виду, у тебя, по сути, как и считается, домохозяин 16 – это донатный персонаж. Ну, да, получается, чтобы примерно стать такого же уровня, то есть, вы без доната, ребята, вы просто физически его не получите. То есть, ну, это нормально, как бы, для перса. Ну, в принципе, можно получить, но это, получается, надо будет сидеть там на уровнях сначала, потом апаться понемножку. Вот. Я сразу, я как бы вот, когда начал играть, я не сидел на уровнях, я посидел на маленьких уровнях, в общем-то, один месяц где-то, это 6-й, 7-й, 8-й уровень, а потом я сразу апнул 20-ку. 20-й, потом через месяц 22-й, посидел где-то еще полмесяца, месяц на 22-м и сразу апнул 26-й. Уже на 26-м я начал качаться, кстати. На этих вот нижних уровнях я не качался. Так грешник, сильно. Слушай, грешник и Гуччи вдвоем, ребята, я видел ваши донаты, я посмотрю после того, как тут немножко вопросов осталось, так что я не буду Вову сильно мучить, я и так уже, короче, 2 часа его кряду, ну, то есть разговорами, короче, мучаю. Ну, мне просто было интересно, как бы, ну, чем человек занимается, поэтому. Слушай, а нет желания вообще, как бы, начать сначала или обнулить персонаж там, сказать, типа, поебало меня все, короче, типа, ну, и бросить? Или вообще было, бросить музло. Было такое, там я посмотрел, как там люди там начали приходить там в дерево, да, там и сразу, блин, через 2-3-4 недели у них там статки, блин, по 100 тысяч, я такие, не понял, блин. Это что там? Ну да, ну в принципе не хочется все начинать сначала, да, там опять вливать там по несколько сотен тысяч рублей опять в аккаунт. Было такое, да, там, что психовал там, потому что, ну, сначала такое было. Где-то вот месяца 4 назад я хотел оставить домохозяин, вот, и просто отдать, не знаю, в добрые руки, так скажем, его. Вот, и хотел забросить игру, потому что надоело было, вот, потом там немножко стрессы были в семье. Ну, короче, и... получается, проблемы в жизни, короче, дали резонанс на игру, да, что получается. Да. Да, я тупо просто вообще не хотел играть, хотел отдать там кому-то, не знаю, даже не продавать, просто тупо отдать там, не знаю, играйте там кто хотите. Вот, але, ну, потом мне вот так сказали, ты что, дебил или что, блин, ты сколько денег сюда вложил, блин, времени, ты просто тупо там взял, не знаю, кому-то там что-то отдаешь там или просто хочешь эту игру как бы оставить, так что давай, иди там дальше играй, вот. Это так жена мне сказала, короче, я вышел. Я такой, блядь, ну ладно. Слушай, как вот просто на твой сейчас прямо вот навскидку, короче, топ игроков Музвара, которых ты считаешь лучшими? Ну, я всех по имени не помню. Ну, сначала... Прям по никам называй, если есть. Вот прям не вздумай из головы, что сейчас идет сразу же. Ну, сначала, ну, если буду брать с 30-ок это получается Андрей там очень сильный. Я не знаю, ну, топ, наверное, там 30-ка по музмехам. Потом там разные люди с ПД, Патрушка, Рансик и Пирочика без там... Кто там еще? Не надо всех, я не сказал всех, только 5. Ну, то есть я услышал, короче. Да, я услышал, короче, топ-5. Патрушка, Пирочика... Ну, то есть, имею в виду, это Сергей. Ну да, это с 30-х, если там по лигам брать, там, ну, вот там надо... Вот, нет, это понимаешь, вот у человека, короче, примерно идет такой уровень, куда ты хочешь равняться. Ну, то есть, и ты сейчас назвал примерно, короче, мне характеристики, пусть они не на твоем уровне, на 26-м, но я смотрю, что ты равняешься, короче, получается, к 30-м уровням, то есть, такой, знаешь, типа топовым.
Ну, как бы да, потому что потом в планах есть вот АПЦ на 30 уровень, когда я не знаю, в принципе, я хочу сначала добить 200 тысяч атаку на здесь в платине, а потом уже понемногу там что-то думать за алмазку. И идти туда уже, и вот там как бы тоже всех обогнать. Получится, не получится, не знаю, там сколько времени, сколько затрат уйдет, но как бы вот это мое достижение, которое я хочу сделать. Ну, это, короче, вот определенная ступень, которая у тебя есть. Ну, то есть, я примерно так и понял, говорю, когда еще спрашивал о том, типа, что вы хотите добиться в игре, ну, то есть, какую, короче, цель ставите. Я оттуда еще помню, что, ну, типа, добить, короче, до определенного. Слушай, а ты не хотел бы завести свой канал на Ютубе, то есть, выкладывать ролики там определенные, короче, по мехам, то есть, по открытию там подарков, как ты на кошмы ходишь там, типа, просто показать людям, что это затратно. Я вот думал, такое что-то сделать. Ну, я не знаю, получится ли у меня и сколько времени у меня на это еще. Ну, в принципе, я там же делал пару видосиков, да? Вот сначала. Я просто никогда видосы не монтировал. Там я какое видео там сделал, тому бросил, и все. Там потом люди там все разбираются, там монтируют как хотят. Я никогда видео не монтировал. Вот так что надо мне там еще учиться видосы монтировать, все такое, там, не знаю, эти картинки там. Видел, что да. Твои видосы, короче, появляются периодически, ну, у Саньки. Ну, то есть на канале, да, короче, да, по открытию хотя бы. Ну да, я просто интересовался, думаю, вдруг у тебя своя собственная, имею в виду. В этом. Слушай, а вот давай сейчас знаю, что ты, короче, знаешь меня 100%, знаешь Санчеса, то есть двоих. Скажи еще, вот просто. Интересно, каких еще ютуберов по музвару ты знаешь? Так, кого я знаю? Вот так, вот с нами как раз. Это она? Не, она, нет, я не помню. Ну, короче, я сначала перейду по этим. Макса Дракула я знаю. Да, Дракула, да, один из топовых я знаю. Вот с нами играет тоже вот эта Кайфуня. Тоже я увидел ее каналы. Канал, точнее, там смотрел пару видосиков. Да. Музыка, кстати, прикольная. Вот. Потом в Андрея Перфекта, да, у него есть канал, канал есть Бомжа вроде, да, это что БМ вроде 9 уровень. Трубочист он, да, он имею в виду у него это. Ну бомж трубочист, да. У него там два, по-моему, канала. Да. И, короче, кто там еще, Смайл, кстати, тоже у него там свой канал там есть, какой-то минимальный, но надо ему свой канал там раскачивать. И вроде короче, все. Осталось, имею в виду, только тебе, по сути, завести. Ну ничего, кстати, много знаешь, имею в виду. Даже, ну как бы, я тоже много знаю каналов по YouTube. А, ну кстати, там еще, как он называется, я забыл, блин, я раньше его смотрел очень много, мне нравилось. Юзик Люк, да, вот. А, вот. Толянчик, Юзик вообще просто огонь. Толя, да. Вот. Тольчик, да. Тольчик вообще молодец. Ну, вот, кстати, конечно. Чтобы конечно, на будущее еще знать, у Толя, короче, тоже, у него тоже донатный аккаунт. Толя один из топовых персонажей на 7 уровне. И Толя занимается металлопрокатом. То есть он на заводе работает, металл, короче. Так что у нас все нормально. У нас все донаты, это все рабочие люди. Все адекватные, то есть все... Не так, как мы распиздяи, короче, бездонатные сидим тут с нулем, короче, рубином. Все потратили, вообще нечего. Грешник, кстати, ну да, я тебе спросил, ВК. Там еще один, еще, подожди секунду, и еще Ламбази, это Никита, вот. А, Артмастер. Да. Артмастер, да, Никитку я тоже знаю. Я с него, кстати, начал, смотреть, и на нем я примерно учился, короче, делать монтаж. Ну, то есть, чтобы более-менее адекватно. Так, что-то хотел спросить. А, слушай, к тебе в ВК грешник сбросил вопросик. Сейчас посмотрю. Так, есть, этот есть. Так, и гранату в лоб козлу мне надо вот так кидать. Не про, блин, протонки летят. Ну, пумер и орёт. Чё, увидел? Да. Не знаю, я подумаю пока. Ага. Над этим вопросом я подумаю, потому что у меня была, скажем, такая мысль, вот. И точнее есть. И к тебе, кстати, предупреждение еще пришло от Коя. Типа, будь аккуратней на 26 уровне. Не апнись на 30-ку, короче, как это сделали многие, кто сидел. Они по нечаянности, короче, апались 26-го, не докачав.
Да, у меня, в принципе, такое было, что я там себе, скажем так, было немножко выпил, да. Я пошел играть в Music Wars, что-то там пробивал, я даже не помню. Или после подземки я бои сливал. Я забил себе уровень перекрыть, и где-то около 150 боев или больше даже. Я без этой таблетки пробил. Мне там, ну, мне, кстати, повезло, потому что у меня еще много есть ХП до следующего уровня. Там было 3400 где-то вот. А сейчас осталось 2385. Так что, в принципе, пока нормально. Но теперь, когда там бои пробиваю, я стараюсь так концентрироваться. Ага, это есть у меня, это есть. Таблетку сразу юзаю, чтобы не забыть. И вот, как бы Ну, стараюсь. имею в виду, да, вот я говорю, типа, он я спрашиваю, говорит, только не апнись, понимаешь, он тоже сидит на уровне сейчас, то есть тоже так же, то есть поэтому и говорит, у нас недавно, получается, на 30 уровень, с вашего 26-го, как он, Снежана ушла, ушел, ну, Там типа, много ушло. а? Ты вот ты считай, там ушла Снежана, потом Бездонская, Друид. Сегодня, кстати, или вчера Субспейс тоже апнулся Вот, я и туда. говорю, что, то есть, получается, в вашей лиге ушло солидное количество дона, короче, на 30 уровень. Вот и все меня спрашивают, типа, почему так плохо на 30-ках? Вот сейчас вы услышали, почему так плохо на 30-ках? Потому что собака там, ну, там реально просто большое количество народу просто туда, короче, утопало донатов. Там самое большое количество Не, ну там донатов. просто вот какая проблема в том, что там собралось очень много этих, как бы сказать, топовые игроки пошли тупо все в одну группу, да, там, например, вот есть там ПД, есть ВВМ, да, они получаются такие самые топовые игроки, вот. А если бы их там разбить на какие-то мелкие группы, вот, тогда, думаю, игра бы была вообще на другом уровне, вот на 30-ке было бы приятнее играть, чем сейчас. Потому что, ну, блин, я даже не знаю. Это, На ну, если бы 30-ке. там, ну да, если бы в этих двоих группах не сидели, там даже в троих, там даже возьмем эти Ребельсы тоже, там это очень хорошая группа тоже. Не знаю, если бы там не было так столько много топов в одной группе, тогда была бы вот та же самая игра, она бы была немножко по-другому, я не знаю, было бы интереснее, да. Была бы там какая-то охота играть эти полигоны или там жесть. А там смотришь просто на людей, у них, как бы сказать, у них нет вообще такого вот интереса к мусмехам, да? Ну, что там на 30-ке делать? Там пойдешь, а сегодня там Андрей Перфект, там, блин. Ну Ну, да, на все. тридцатках, А там короче, пошло, а там многие. ПД 10 человек целой группой. Ну, что ты там против них сделаешь? Вот, людей просто пропадает интерес. Ну, я знаю, что имею в виду. Так уже многие говорили. И тогда, когда мы, короче, интервью брали у Сереги с Виталией, они так и сказали, что на 30-х уровнях, то есть, получается, когда против тебя идут там 20-30, короче, топовых рухов, ну, то есть на Вот полигоне, то есть ты ничего сделать просто физически не можешь там, ну, тебя просто, короче, сносят. Ну, то есть, ну, это нормально, типа, считается. Для 30-х уровней это прям норма. То есть я уже таких, я тебя спрашиваю, почему, доктор, ты не ходишь на обычные полигоны? Потому что я знаю, кого там ждать. именно. Ну да, вот именно. Ну здесь, в принципе, ну такая же ситуация. Там за последнее время я смотрю, как бы вот эти топовые группы, которые. Ну, как сказать, эти топовые мелкие группы, да, там, в которых нет так много 30-так, там, у которых там есть 10-е, 12-е, там, 15-е, или там платина, там, 26-е, 25-е уровни, вот, они как бы там все к себе, там, не знаю, притягивают, да, там, собирают всех топов в одну группу, вот. И, не знаю, для меня это неинтересно, да, меня вот за последнюю неделю, там, четыре группы звали, там, как бы хотели переманить, да, но я как бы вот не согласился с людьми. Как бы вот объяснил эту позицию там всем людям, вот, ну я сейчас, например, пойду к вам, вот, ладно, тогда вот некоторые там уже апнулись на платину, вот, тогда, ну с кем полигоны тогда ходить? Ну Пойдешь, у да. нас и так такая проблема, что нас отписывают с полигонов, да, но ты не можешь нормально по полигону поиграть, потому что вот, даже там ночью, Да, команда не так как набирается, я. то есть просто это нормально. Да, потому что так как у меня проблема с работой, что у меня сейчас очень много работы, посчитай, с 6 утра надо работать до 7, 8, 9 вечера. Плюс домой надо ехать автобусом, там 40 минут получается. Это тоже такое. Прийти кушать сделать, потому что я дома один, никого нет. Кушать сделать, покушать, пойти в душ. И, я не знаю, я около часа так иду спать.
часа ночи я ложусь спать, и в 4 часа я уже просыпаюсь, начинаю собираться на работу. Это около 3-4 часов у меня есть на сон. Это каждый день, каждый день, каждый день. Ну, я понял. Но... слушай, я, конечно, понимаю, что я тебя там выдернул, короче, все это. Прости, что я тебя так, ну, имею в виду, мучаю. Я тебе, слушай, хотел последних два вопроса задать и, слушай, честно, отпустить тебя поесть. Ну, то есть выключить скайп. Да, все нормально, ты, я как бы... Нормально, короче, поел. Да иди-ка ты в пень, я знаю, я тоже работаю. И реально, я, то есть, знаешь, я как на адекватный мужчина, я понимаю, что ты хочешь жрать. То есть это нормальное явление. Успокойся, я на работе еще поел. Сосиска, короче, с хлебом нихера не дает, знаешь, это такое это. Да блин, это так на быстро, я не знаю, у меня там палка колбасы была такая, я так сразу так взял себе в рот, ну блин, это ничего, там сразу ничего не пишите в комментариях. Вот. Но я как бы там сразу начал ее жевать, эту палку колбасы, вот. И все, нормально как бы. Ну слушай, вот у меня, короче, два вопроса осталось. Вот представь, пришел человек, ну, играть в музвар. Ну, то есть он открыл, короче, этот. Вот скажи, пожалуйста, вот какие рекомендации ты вот новым начинающим игрокам можешь дать? Чтобы, ну, чтобы игра, короче, или затянула, или ну, хотя бы как-то играться. Ну, то есть именно рекомендации новым игрокам. Я не знаю даже, что пожелать. Но я вот я говорил эту проблему, да. Вот... Придет, например, любой игрок сейчас там играть в дереве, например, в дереве, там сейчас тоже очень много разных там жиров, в которых там статки, ты сам видел, очень большие. Ну да. Ну, в принципе, там игра, ну, без доната, это, я не знаю, ну, это очень тяжело. Ну, то есть ты изначально советуешь, короче, вы пришли играть, донатьте, да? Ну, в принципе, так и получается, потому что... Ну, сейчас открыть там рейтинг, посмотреть, ну, что ты будешь делать там, как раньше там, когда у тебя статки на 6 уровне, там, 1000. Ну, и играть эти там, какие там, ну, полигоны эти, нубы-элитки там, так как люди играют, да, они себе делают кошмы и ходят играть там нубы-элитки вот эти. Там у них атака 700-800 где-то на рухе просто. Ну, это для меня как бы вот так неинтересно. Вот, ну, пойдешь ты, например, в дереве полигон, ну, там тебе сразу убьют с маленькими статками, если ты не донатишь. А если так, вот для комфортной игры, конечно, надо донатить эту игру. Ну, то есть изначально, конечно, какие уровни ты посоветуешь, ну, имею в виду, где можно спокойно посидеть, поиграться, ну, то есть. Ну, какую, допустим, лигу или действительно уровни? Ну, я думаю, платина это как раз тот уровень, где очень мало есть, скажем так, топов игроков. У нас здесь не очень много, и здесь очень комфортно даже играть. Подождите, скажем так, полигона, иногда такое бывает, что вообще целый день, полдня там никого нету, там просто вот только маленькие, ну скажем, игроки с маленькой атакой, там 30-40 тысяч. Ну то есть ты всех, короче, зовешь к себе, ну правильно, тебя же от полигонов отписывают. Ну в принципе да, это... Платина это тот уровень, где очень мало, скажем, такого жира, да. Ну да, я тоже согласен, поэтому, ну, про него, короче, многие говорят в этом. Слушай, ну и давай напоследок, короче, пожелания игрокам, которые, короче, сейчас нас смотрят и играются. Пожелания своей группе, обязательно своей группе, ну, то есть, потому что ребята пришли, короче, они тебя слушают, смотрят, ну, то есть, пожелания группе обязательно передать. И, короче, ну, имею в виду, и каналу моему, то есть, я тоже хочу слышать про себя хорошие фразы, ну, то есть, дальше, короче, я переключу сейчас на другой интерфейс, ну, то есть включится, короче, музыка. Можешь, если хочешь, оставаться, но, по сути, по-нормальному. Я бы хотел момент, короче, этого интервью, как бы, ну, на хороших словах закончить, чтобы они, короче, остались, Вов. Ну, то есть, и тебя, если честно, хочу отпустить все-таки жрать. То есть, это... Прости меня, конечно. Я человек романящий, поэтому я прекрасно знаю, что это такое. Поэтому пока нормально ты не поешь, короче, не возвращайся к компу, понял? Да, хорошо. Я так не понял, что я тебя не смогу переубедить, ну ладно. Ну вот, что хочу пожелать ребятам вообще, блин. Это тяжело, так я не знаю. По этой игре там что-то вообще тяжело играть, но сначала хочу сказать, чтобы вот... Я даже поставлю вот немножко в сторону игру. В этой игре надо быть немножко аккуратным, да, чтобы...
я говорю сам по себе, что игра, она очень сильно затягивает, и если там вас кто-то там провоцирует, да, там, вы это должны, никогда вот не поддавайтесь на эти там провокации, да, если там вас кто-то наказал, там, не знаю, в каких музмехах или в этом ивенте, да, как бы не надо сразу туда так влаживаться полностью, вот. Играйте на своей волне, играйте просто тупо в удовольствие, то, как вам нравится, а скажем так, не то, как вам там говорят там другие люди, ты должен это, вот, и все такое. Потому что эта игра может поломать, как бы сказать, многие-многие жизни. О, вот. У меня был тоже такой период, что я, блин, очень много отдал в эту игру, было очень много, у меня даже некоторые, иногда были эти, короче, проблемы, вот, из-за этого, потому что, ну, так затягло, понимаешь, я сюда столько денег вливал, что вот просто потом, ну, не знаю, сам себя за это не люблю, за этот момент там, который был, вот, перешел такой момент, и вот просто хочу сказать всем, чтобы никто так тоже не делал. Потому что это не грамматури затягивает. Тоже вот, такой пример скажу. Это было у меня с этим троном, да. Я не хотел, ну я хотел трон взять, но там за какую-то минимальную сумму думал получится, вот. Но там человек начал так меня жестко перебивать, и там уже люди мне пишут, там, Вова, ты как бы должен, да, там уже по принципу, ты там много рубинов влил. Я вот, кстати, хотел на определенной сумме остановиться и больше не закидывать рубины. Но там мне начали как бы вот говорить, там, ну это уже по принципу, это ты должен, вот. И как бы уже самого так, знаешь, такое злость внутри, блин. Вот, и тупо начал. Даже не думал, да, вот тупо. Сначала 7000, потом 7000, потом 7000, потом 7000 рубинов, вот. И на том деле получилось, что за один день просто тупо влил в игру 30 тысяч рубинов. Вот, и просто хочу, ну, будьте, ребята, аккуратны. Не играйте в таком темпе. Вот. Если нет возможности, тогда лучше не делать. Если есть возможность, вот тогда... Ах, да, тогда донатьте. Ну, короче, я пожелаю всего хорошего. Ну, хорошего, да, кстати. Пожелаю адекватно. Просто всего хорошего, чтобы все выкачивались там, не знаю, и шли к успеху. И никогда не надо, как бы сказать, свои рученьки, да, там, упускать там вниз. И вот там думать, вот здесь тот топовый игрок на полигоне там, или там на этой экспедиции, да, и я не возьму, как бы там, место хорошее, я полигон не выиграю. Всегда можно выиграть, если играть, как бы, сложно, и играть командой. Вот, если брать там полигоны, да. Вот. Никогда, ну, никогда в своей жизни не опускайте руки. Опустите руки, тогда будете, как бы так сказать, извините, что так скажу, да, всегда неудачниками там по жизни, вот. А вот если, так сказать, там я смогу, я сделаю, тогда вот все получится. Так я себе тоже сказал. Вот смотри, как ты хороший, ко второму вопросу возвращаешься про лозунг, видишь? Не отпускай, не опускай. Ну да, я себе тоже поставил, я перебью тебя, вот, поставил себе тоже такую, как бы сказать, мету, да, вот. Когда я начал ходить эти полигоны, так посмотрел, пошел один полигон, проиграл второй, третий, четвертый, пятый. Я себе такой подумал, блин, меня тупо это уже задолбало, короче, я не могу так играть. Надо мне что-то менять просто, так скажем, в своей этой игровой жизни, вот, и все, я... Ну да, начал донатить там, чтобы прокачаться. Ну вот, кстати, все спрашивают обычно, ну, имею в виду. Я вот, если честно, не люблю спрашивать, вот, когда меня начинает этот, типа, сколько, короче, ну, имею в виду, задонатил. Вот человек сам, имею в виду, сказать, ну, на трон действительно человек слил, получается, что-то, три раза по 7-100, да? То есть три раза, короче. Не, ну, типа, 45... как бы я залил в эту игру три раза по 7-100. Ну да, 21 вот. Тысячу, а трон ушел за 16 примерно, да? 16-200 там с копейками. Ну да, вот я и говорю, что получается. Залил, короче, в игру 21 тысячу, ребята, трон стоил у человека. Ну то есть кому было интересно вообще это? Я вот не хотел, если честно, про это спрашивать. Да, как бы мне, ну... Как бы я отвечаю на все вопросы, да, там, которые люди там мне задают. Вот, в принципе, нет там какого-то там секрета, так бы сказать. Вот. По поводу игры, сколько я донатил. Все любят, короче, спрашивать такие же, вот, ну, имею в виду, типа такого, что типа, а сколько вообще задонатил в игру? Ну, то есть, в свое время, ребята, был видос на Music Wars топы. Там Слава его делал. О том, что он сделал подсчеты, сколько он задонатил. И он, знаете, сколько хейта получил?
Он просто в ответ получил просто кучу хейта. Он действительно показывал, и он рассказывал еще несколько раз о том, что если вы не можете столько донатить, ну, то есть в игру просто, то вам, короче, делать нечего. Поэтому я тоже Вову об этом не спрашиваю. Если вам интересно, можете, как бы, ну, спросить его в личку. То есть, ну, как бы, вот, вот перебью тебя, да, там, вот, не то чтобы там делать нечего, да. Вот, можно донатить, но как бы надо донатить с головой в эту игру. Ну, я вот, да, там, да, я поэтому и говорю, да, что... Да, если, например, ты донатишь, но ты знаешь, как бы так себя там раскачать, да, тогда это другое дело. Вот. А если просто донатить, как я там начал с самого начала, вот, просто тупо в сундучки, что я эти сундучки открывал за 50 рубинов, ну, вот, тогда это невыгодно. Там просто много уходит, мало торна, и там 7000 рубинов просто вот так полетает. Их даже не заметят. А, кстати, спрашивают, имею в виду, а трон у кого перебивал, Николай спрашивает? Заноза была, по-моему, да? Не, вот там только как раз сани заехали, там какой-то был человек, просто не знаю. Ну, я как бы сразу с первой секунды начал трон покупать. И там какой момент был, что где-то на 300 рубинов, когда я слил, я как раз уже оказался в претендентах. И где-то на 400 рубинов мне начал этот... Заноза, короче, начал меня перебивать. Ну вот, я там потом начал тыкать быстренько. И я уже перебил занозу, как бы дал человеку понять, да, что я пришел сюда за троном. Так что да, ты давай там погоди, мне тоже как бы надо трон. Там, я не знаю, он вроде 3-4 раза там подряд брал. Вот. А-а-а. И да, около. Блять, ну все равно 21 тысячу, короче, ну это много. Надо как-то договариваться заранее, короче, с топовыми, потому что они берут там по одному. Я не люблю договариваться, ну как бы вот знаешь, вот для меня, ты, скажем, там с кем-то договариваться, там привет, давай сегодня я трон беру, там вы трон не бери. Это как бы для меня такое, если знаешь. Это все-таки игра, это тоже как бы вот такое соревнование, вот, но я не люблю тоже это, то, что там перебивают, да, там. Вот, блин, ты взял трон, дай мне тоже как бы взять трон, там, чтобы на всех хватило. Там, не знаю, в принципе, все возьмут. И как сказать, вот там потом я не доказал, у кого я перебивал, точнее, у меня кто перебивал. Где-то на 1500 рубинов мне как раз смс-ка приходит в игре, написал мне токсин, этот, что на 30-ке, вот. И спрашивает меня, короче, сколько я вложил уже рубинов в этот, в трон сейчас. Ну, как бы, вот, такое человеку там говорить, когда ты сейчас там трон берешь, ну, я думаю, это нехорошая идея, да? Потому что человек узнает, он такой подумает, ну, сумма небольшая, тогда ладно, пойду и перебью. Да, я сначала как бы вот хотел один раз брать трон раньше, я качал питомца этого робота, я с нуля до 20 качал, я оказался претендентом, там ушло 1500 рубинов где-то. Вот, он написал мне, вот я так сказал, ну 1500 рубинов. Вот, он тупо зашел и типа перебил меня, да, там с претендентов забрал и все, потом вроде трон забрал, я не помню. Вот, он там начал меня наяривать, короче, в личку, типа там, скажи, сколько это все. Я такой, я не буду тебе говорить, зачем я тебе буду сейчас говорить. Вот после того, как трон заберу, я тебе скажу, сколько я убил. Я говорю, я тебе сейчас скажу, ты мне будешь трон перебивать, да, вот зачем? Ну, как он там сказал, я не помню точно. Ты не хочешь по-хорошему? Ну да ладно. Но трон все равно я тебя хотел перебить. Я такой, ну он там, короче, начинал, или там он, или она, я не знаю, кто там играет на этом аккаунте, потому что для меня это было немножко подозрительно, да, так как я думаю, там человек играет на двух аккаунтах, это потому что он ко мне с двух аккаунтов писал, это Токсин и Ласковый Амур, я не знаю, или там один игрок играет, или два игрока, я короче, не знаю, да, я не хочу так сильно... Много ну, об этом говорит, только мне писал, да, вот. Давай, да, и там потом... Она говорит, у нас хорошие новости, имею в виду, в этот. Что хорошего, короче, можешь передать группе своим, короче, так скажем. Сам всегда говорят, те комрады, которые с тобой воюют на полигоне, и те, кто с тобой в группе, типа, дослуживают самых лучших, говорит, твоих слов. Поэтому что ты хотел сказать хорошего своей группе? Ах, что я хотел пожелать своей группе, да, у нас как бы сейчас не очень такой хороший период, момент в игре, вот. Ну, не знаю. Блин, ты задаешь такие мне вопросы под конец, я даже не знаю, чем мне ответить. Да уж.
Ну, всего хорошего, как бы тоже пожелать своей группе я хочу. И вот, чтобы некоторые ребята, как бы, вот, были немножко попроще, как попроще вообще к этой, скажем, музварской жизни, да, остались. Вот, и всем удачки желаю, и, как сказать, я всегда рад помочь своей группе и тем людям, с которыми я играю. Они это прекрасно знают. Вот, и... Я не знаю, как бы вот те люди, что возле меня, скажем так, те, кто со мной общается, те, кто со мной играет в этой группе, они всегда могут положиться на мою поддержку, на мою помощь. И как так сказать, ребята, я всегда с вами, да. Ну, имею в виду, и, короче, самое доброе, говорит, отзывчивое. Есть много каналов по музвару, ну, как таковых. Ну, включая, короче, и как бы мой маленький тоже канал, то есть у нас тоже всего 3000 подписчиков, так что такая, знаешь. Так, что бы хотел, да, что бы хотел пожелать, имею в виду, каналам и... Ну, конечно, я хочу пожелать, чтобы, в общем-то, у тебя канал развивался, да, вот стримы тоже мне там нравятся, вот я неоднократно к тебе даже на стриме там забегал, вот поддерживаю там, чтобы ты там мог больше, скажем так, молодежи этой там поддерживать, да, там месячными планами, рубинами, там, вот, чтобы, как бы, вот, ребятки, они, ну, тоже бы там качались, да, чтобы там была какая-то помощь, да, вот, и, ну, желаю всегда, чтобы канал твой процветал, да? Постоянно что умеет. Да. Хочу, чтобы, не знаю, чтобы, ну, больше народа приходило, да, больше народу в конкурсах участвовало, чтобы больше народа вот просто участвовало, скажем так, в этой нашей музварной жизни, да. Вот. И мы тебя любим. Будем, не знаю, будем помогать всем, чем можем. Как бы стараться. Не всегда, но вот будем. И не знаю, скажем так, ну, чтобы ну, побольше народа приходило, да, чтобы побольше народа играло в Music Wars. Блин, это игра интересная, я не знаю. Немного она скучная для кого-то, но, блин, ребят, приходите играть, короче. Тут, короче, видишь, а то у нас мало игроков в платине, блядь. Нас с полигона отписывает ночью, блядь. Давайте там приходите. Все в платину! Все, понял, это мы, короче, поняли уже за это. Ладно, Вов. Тебе, короче, грешник отписался, говорит, и мы тебя любим, Вова. Он, наверное, от имени Риты, короче, наверное, пишет. Ладно, я сейчас пойду, короче, их оценивать. Ладно, Вов, спасибо большое, что пришел. Спасибо, имею в виду. Я тебе, короче, этот, ну, имею в виду, стрим, ребята, останется. Все, короче, вопросы, все, что есть здесь, останется. Попрошу потом кого-нибудь сделать тиммейт хотя бы небольшой. Ну, скорее всего, нет. Я просто так оставлю его. Ну, как бы, просто на будущее, навсегда. Вот когда-нибудь лет через 5, через 7 зайдете и вспомните. А он уже будет старый, у него уже будет ребенок. Он уже играть не будет и будет домохозяй 32. А он зато есть на Ютубе. Ладно, давай, счастливо, Вован. Спасибо большое, что пришел. Спасибо тоже тебе. Иди ешь, короче, все, давай. Пока-пока, я погнал.